Оп, оп, чик-чирик. Сейчас, 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 сейчас. А еще онлайн нас нет. Нет онлайн. О, 4 секунды прошло. Да ежишь. Clear Evil. Говорит, ура, ура, Мишки Редота. Clear Evil, сколько вот я тебе уже помню. Дорогой друг, ты радуешься, это хорошо. Смысл в том, что... Ты не с Доты пришел на Good Game. Наверняка ты начал со Старкрафта, а то и раньше. Горчица, конечно же. Горчица. Привет, Добер Михаил. Тащи, Валера пишет. Мой тезка в Доте. Безусловно. Ну, я немножко подожду перед началом предстоящей игры. По крайней мере, до 25 минут. А сколько сейчас? Еще 5 минут мы с вами пофлудим. Ну, 6 максимум. Почитаем гневные комментарии. Посмотрим заминусованный анонс. О, плюсы. Хотя вот плюсовые комментарии радуют только то, что Доты пока немного в кавычках. Хотя в кавычках, может быть, он зацитировал то, что написано в описании, а может быть, имел в виду, что ее наоборот много. Но, скорее всего, еще один месяц лета коту под хвост, пишет Афанасий. К чему это он, интересно? Ладно, бывает. Я промазал и поставил плюс. Бывает. Согласен. Я в Доте Филипп Киркоров, говорит Валера. Сыграй, пожалуйста, со зрителями. Будешь ли комментировать с Дредом Т3? Т3 точно буду комментировать, не знаю с кем. Не договаривался еще пока ни с кем, не пробовал. Мне на самом деле хорошо бы сейчас каждый день по несколько часов, часа по 3, по 4 еще догонять паблики, довести количество игр хотя бы до 300 сыгранных. Сейчас их около 200. И, ну, всех героев мы уже обошли, некоторых даже по 2, некоторых даже по 3 раза. В принципе, с базой знакомой, с теоретической. И, наверное, я еще посмотрю серию трансляций, если успею, до начала International. То есть я смотрел, конечно, вводы, но они были не велацкие, не дредовские, в общем, не сверхвысокого уровня. Ты лучше репки посмотри профигр. Так зачем репки? Лучше все-таки с комментариями людей, которые разбираются. Так, от блок научились обходить? Кто? Мы? Нет. Мы вроде мер еще не предпринимали. Мы умеем его определять от блок, но мер не предпринимали. Вот. Может быть, это какое-то... Может, агентство что-то там изменилось со своей стороны, но мы ничего пока не делали. Как жизнь в Белгороде, как город, хотим переехать туда на следующий год. Пишет Мим Стефана, видимо, или... Да, Мим Стефана хочет переехать. Видимо, именно с переездом в Белгород связано заявление о том, что он заканчивает свою игровую карьеру. В Белгороде что? Тут можно хорошего сказать. Город чистый, город находится в хорошей климатической зоне. Здесь и погода хорошая, чернозем растет. Все практически. Если интересует дача и участок, то отец у меня виноград с персиками в этом году успешно вырастил. Причем виноградов у него там на много разных сортов, много разных кустов. Больше... Нет, там кустов больше, штук 20, кажется, вообще у него кустов. А, сортов нет, сортов я штук 5 слышал. Ну, город чистенький, дороги хорошие местами, если не смотреть во дворы, хорошие объездные строят. Сюда реально очень много денег вбухиваются, кажись, из-за важной геополитической... Да, здесь проходит граница, здесь проходит, насколько я понимаю, газопровод, здесь... Газопровод здесь проходит. Вот, здесь проходит... Еще есть какой-то завод урановой руды, что немножко настораживает, но... Слухи, да? Да, да, да. Ясно. Не пугай людей. Вот, что еще можно сказать? Рыбка водится, отличная, большая, иногда 4 глаза вылавливаешь. Тебя Вова, кстати, на рыбалку звал. Вова на рыбалку звал? Да, да ездишь. Карасиков вот таких вот с ладошечком. Ну, он знает, не под тараночком, прикормочка. И вперед. А что по поводу психов, убивающих и рыжбайки десятки человек периодически? Это, не знаю, насколько частый случай, но беглый тут, да, был такой вот случай, и неприятный.
Белгород, только охотничьих магазинах, да. Когда будет что-то другое, а то Дота не очень. Хотел написать, видимо, Дима 86. Судя по всему, Alien Swarm будет в пятницу. Договорились вроде предварительно с толпой. Будем проходить на таком же бешеном уровне сложности вторую теперь миссию. Первая миссия на 100 какой-то там 18-й попытки. Круто было. StarCraft будет или ты завязал? В ближайшее время точно не будет. Желания, по крайней мере, у меня нет. Вы с фраером прямо одинаковые. 119-я попытка, 135-я. 135-я это, видимо, считая попыткой без хавка. А 119-я больше похоже на правду. Какие роли по душе? Кэрри, Харт, Саппорт, Мидер, Сэмми. Ох ты, какие сложные темы. Я, если честно, по квалификации еще не определился по героям. Мне, в принципе, все герои интересны с точки зрения механики изначально. Проще играть. Точнее, не проще, интереснее скорее играть героями, которые не трехкнопочные, то есть не те, у которых есть один фактически активный скилл и все, ничего не сделать, а у которых есть некая последовательность и способности, которые даже не в фиксированном порядке, а ситуативно юзаются. Вот. Но это так, это поверхностно так. Тролля Варлорда на стриме не было. Тролль у меня был не на стриме, Варлорд тоже был не на стриме. Там более-менее поизучал. Героев пятых не тестил? Нет. Но сегодня я хотел зайти и подкачать их. Но зато я сделал предзаказ на XCOM, который Бюро Unclassified. Стримы по XCOM не агитировали тебя еще поиграть? Там мод интересный вышел. Еще не агитировали, но я с удовольствием посмотрел, вернулся вчера трансляцию. Не помню точно никнейм. Level Prus или что-то в этом роде. Не помню, какой никнейм точно у человека. Вот, с удовольствием посмотрел, с удовольствием вспомнил. Даже грешным делом подумал поиграться. Давно идет стрим? Нет, только-только начинаем. Первая игра еще не пошла. А вот и она. А это правда, что с 1 августа запретят доту в России? Да, правда. То есть мы сегодня играем до 12, потом все, сервера демонтируются, доты больше не будет в России. Так, а если серьезно, мы играем с Who cares? Кому какое дело? Диджей, жесткая пусть будет утка. Зибрин 92, 92, очевидно, возраст. Молодой, сравнительно. КМК, сердечко, смайлики офф. Противники наши. Почему я рак? Колумба, 3DD, Махоня. И выбираем случайного героя. Это Морфлинг. Морфлинг. Ох, какой же все-таки Морфлинг хороший, интересный герой с перекачиванием. Он может быть агильщиком, он может быть стрэнджовым. И в результате нужно... Короче, герой такой... Когда он появился, мне он очень нравился еще в старой, при старой доте, потому что я такого, в принципе, не видел, эту механику, когда один скилл перекачивается в другой. И мне показалось, что это, ну, просто очень круто, потому что ты ну, когда надо, ты играешь роль танка, например, тебя бьют, гонятся, ты танк. Когда тебе нужно жестко подпсить, ты можешь в агилу перекачаться, при этом потеряв хп, но получив урон и скорость атаки. Если мне кажется, танк какой-никакой, да-да-да, Adaptive Strike тоже зависит от того, сколько у вас чего. Если у вас силы больше, то урон будет маленьким, а стан большой. Как-то так. Ну и есть универсальный waveform, который переносит вас с уроном в указанную точку. Ну или на врага. Так, давайте попробуем выбрать какой-нибудь... За него я давно не играл, кажется, разок я за него в новой доте только сыграл, поэтому сейчас выберем что-нибудь более-менее подходящее. А, я помню, что старые брейсеры, которые были не такие дорогие, они были, ну, сверхэффективные для морфлинга, то есть там по два, по три брейсера в самом начале затаривались. Ну, то ли они были дешевле, то ли они были просто выгоднее по характеристикам, чем остальные. Так или иначе, ему решают девайсы
прибавляющие к ловкости к силе. Всякие там, не знаю. Цунами террор. Давайте возьмем этот билд. Ага, акву рекомендует. Протекшн сразу, три веточки. Макву чуть ли не сразу можем купить. Дальше. Да ладно, и Линкен сфера по фасту. Нифига себе, какой дикий билд. Так, а можно что-то более адаптивное с райт-бендами или Like a Boss, русский гайд? Нет, это тоже в AFSCAD потихонечку. Ладно, давайте так сделаем. А, берем стики, стики, стики. А, Аков же из этого собирает. Еще эту плюм. Три. И, наверное, побежали. Еще одну хилочку возьмем. Побежим налево. Сейчас будем разбираться. Значит, waveform у нас 11 секунд КД. Получается, стоимость растет от 140 до 165. А рейндж какой у него? Какой у него рейндж? Ну, в любом случае, сейчас посмотрим. Где-то 800 тысяч, да? Неплохо, неплохо. На экран прыгает. Скорее, 1000, да? Рейндж. Универсальное заклинание. Оно и дэмэдж наносит в стандартных пределах. И позволяет сокращать расстояние до противника и уходить от противника. Три Бристлбека у нас на лайне. Очевидно, двое не настоящие. И Тимберсо тоже здесь. Двое опасных товарищей. Начинаем потихонечку постреливать. Пока у нас еще нет возможности. Что-то потормаживает-то, ее красота. Мне, наверное, надо. Ну, добей. Рубик у нас хелпует. Да, что-то FPS проседают. Наверное, надо закрыть браузер. Ну, с Рубиком стоит приятно. Такой герой, который и вывести из строя может, и рейнджовый, вроде саппорт, но пожирает, ну, переманивает любой из... Ну, как любой. Пока еще рано об этом говорить. Но в перспективе он весьма способен... вытащить из врага интересующее заклинание и начать его использовать. Так, значит, D это у нас сила, E это у нас ловкость получается, да? Постреливаем потихонечку, отходим, сейчас будем, возьмем стики. Стики нужны для того, чтобы побыстрее заряжаться от бриста, потому что брист будет жестко спамить. Он уже начал спайки жестко спамить, и сморкаться у нас тоже будет постоянно, как появится это заклинание. Это способность скорее, потому что это... Вот, поэтому мне сейчас нужно стики было купить по-быстрому. Притащить их на форсаже и уже заниматься. Зарядом. А, мог бы купить слева, тебя бы уже зарядили, точно. Палочку можно было взять без рецепта. Еще с левее. Так, давайте-ка я вот это вот сверну. Что случилось? Мне там сигналят. Как-то странно подтормаживает все-таки иногда игра. Так, ладно, дальше у нас получается Аква. Аквила, точнее, как она правильно называется. Да, Аквила. Вместе с Базилкой собирается. Протекшн можно было принести курой. Потому что деньги есть. Протекшн поможет. А Соби маску я смогу... Слева купить в магазине. Вначале можно на Агилу вкачаться. Мне немножко опасно было. ФБ. ФБ не наш, к сожалению. Так. Отвод крипов. Можно попробовать подобивать, но не знаю, Рубик поддержит, не поддержит. Там Тимберсо стоит. Этот битый. Это все бабло, все деньги. И мой союзник подставился с легонца. Блин, сейчас этот меня замедлит. Короче, да. Пошли заряжать стики. Этот пришел еще. Замедляет. 8. 9. Стики прожимаем и уходим.
Ладно, бог с тобой. Так, сейчас на этих... Да-да-да, он недоволен тем, что я его не прикрыл, что не помог ему, и это было зря. Это было зря. Напишем ему сори. Я даже не обратил внимания на количество хп у него там. Ну, то есть, скорее всего, мы там Бриста могли катнуть на пару. Или кто там был первым. Мисс Мидл пишет. Блин, без ботинок так фигово. Пацаны, если вдруг у вас есть какие-то замечания, вы оставляйте в комментариях, я после игры почитаю, потому что в чатике играть и это самое еще... Ну, в общем, тяжело это. Не умею я так. Вроде как крипов надо добивать, мне и так-то не получается. Хорошо, стикем на Бристол Бэке, как и предполагалось. Хорошо, мы заряжаем. Опять я неправильно выстрелил, но хватило мне дэмэджа, потому что крипы начали бить. Хорошо, сейчас быстренько мы возьмем субимаску, наконец. Аквилу собрали, выключим. И сейчас ботиночки следующим шагом должны быть у нас. Так, ладно, там отвод крипов опять. Но я не уверен, что он полезет. Так, это что у нас? Gain strength. Окей. Да, отводит. Ну, опасно это все. Я не уверен, что... Хотя у меня есть возможность слинять. Чаще всего. Неплохо сейчас. Если бы не крипы, можно было постоять, посражаться. Давайте через стик пройдем. Ой, через лес. Сейчас нужно будет ботинки купить, как добьем этих товарищей. Чтобы получить дополнительную мобильность. И продолжаем. Нарисую я там смайлик на этом, на карте. Хотя, может, нас сначала добить надо. Меня смущает, что они ливнули. Их на линии нет. Это не к бобру это. Так, пятый левел есть. Третья билка есть. Смотрим. Можно ли что? Нельзя. Снизу, снизу, снизу. Опачки. Нифига себе они там. Жесть какая. Да они уже там... То ли с... Тимберсо, кажется, с доминатором уже, что ли? Нет. Откуда те? А, те, наверное, постреляли просто. Да, беда. Надо было на Гилу перекачаться. Хотя сейчас можем попробовать его еще поймать. Он же наверх идет. Стало бы, здесь можно поймать его. Отлично. Хоть отомстили немножко. Значит, ультимейт, у него репликейт, создает копию врага, я не помню, какие там особенности. 25, полминуты, дальность 700, 80 кд, понятно. Так, ладно, едем дальше. Продолжаем добивать крипов, и помните, какое большое количество было отведенных крипов справа, вот их нужно собрать. И Рубик это понимает, он уже идет туда. Вон их там как много, и здесь Тимберсо рядышком. А, да, он зря, конечно. Так, что там дальше? Ультимейт арбы сразу или что? Ring of Health. Любопытно, а он зачем? Интересно. Для Линкина, что ли? А, там персик нужен для Линкина, понял. Редко я этот девайс собираю. Линкин сфер. Но... Морфингу он как раз... Очень-очень помогает, просто потому что там ко всем атрибутам. Ну и плюс атака с замедлением. Хорошо, сейчас будет хук кидать пуч, а отлично, это минус. Даже не буду помогать сильно, что и так понятно, что пуш красава, как говорится.
Двигаемся дальше. Можно колечко купить, в принципе. И, наверное... Так, четвертый... А, во-во-во, катают. Ёпарасоте, надо быстро вписываться в этом. Отлично. Очканули. Там на добивание пошло. Это, видимо, пуджа. Кто у нас? А, или это слоупочное? Нет, от врага, видимо. Да, это у врагов в команде. Вот герой, за которого я не играл. Какой-то дикий. О, Бристлбэк вернулся. Молодец. Давай попробуем. Да он спамер. Стикис. Ой, нет. Вперед. И убегаем, и дэмэдж наносим этому товарищу. Реплику делаем. Жалко, не... Ну, сейчас убью. Отлично! Молодец, Михаил. Жалко, не спас только, но ты сделал практически все, что мог. 1600 на руках. Качнуть. Да пока нечего качать. Мне устраивает и дэмэдж, и количество хп косарь на данный момент. Поэтому я, наверное, не буду жестить. Полечу курой на этот... Ну, потому что не факт, что мне удастся... Блин, вот этот товарищ меня подбешивает немножко. Вот сейчас перекачиваем мы в ХП. Останавливаем. Сейчас перекачиваем, наверное. Хотя мана нужна для этих целей. Во, это какой. Все, хорош. Так, давай-ка сделаем вот так вот. Хватит ли нам? Хватит. Отлично, персик сразу собрали. Сейчас пойдет реген маны и жизни. Как нельзя кстати. И не уходим с направлением. Более-менее все хорошо. Кстати, интересно, что это делает штука. Урон от магии повышен. Не играл я вот тем героем. Теперь нужно копить 200 на первый ультимейт орб. Это, конечно, чуть ли не самый дорогой из стандартных девайсов. Ну, который не сборный, имеется в виду. Даггер близко, но, кстати, подешевле. А, нет, подороже на 50 как раз даггер получается. Так, ТП еще по-хорошему надо купить. Есть денежка. Ой-ой-ой, замес. Справа, там пуш. Пуш. Не будешь догонять? Ну, давай попробуем. Нет, фигня. Да, он очень мобильный, это Тимберсо. Сволочной. Справа подходит Бристлбэк, отлично. Нас тут больше, значительно больше, поэтому начинаем месить. Хотя тут... Блин, что-то меня бьют. Давайте... Перекачиваем на ХП. Выключаем перекачку. Хотя, сейчас, кажется, нас... Да, меня убьют сейчас. Что-то я увлекся преследованием, не посмотрел на свою жизнь и... Был неправ, короче говоря. Как там с Леоном? Что произошло? И не достал я своим заклинанием до Тимберсо, когда преследовали. И на четвертом левеле 165 дороговасто идет. Эта тема... Короче... Зря я полетел туда. Ух, там влетает кого-то. Атака с замедлением не у Линкеа ускалит. Точно. Точно. Они, кстати, похожи получаются, да, по сбору. Только там два ультимейт орба. Ладно, по билду будем. Нет, к сожалению, мне на ТП. Сейчас будут пуджа убивать. Хорошо, Тимберсо промахивается по... Так, ну давай, летим. Раз. Реплику. И давай, ну... Реплику на этого, наверное. Блин, не догоним. Да как не догоним? Там товарищи впереди. Ну. А вот он. Отдался на нейтралах. Блин, пипец. Вообще за Тимберсо не стоит бежать, потому что если он грамотный, то он по лесу улетит от тебя. Надо было все-таки Бриста преследовать, хоть со спины его и со штрафом ты бьешь, но, по крайней мере, ему пришлось бы откидываться соплями и поворачиваться лицом, если он хотел бы от меня на своих двоих убежать. Так, все, мне нужно сейчас купить ультимейт орб. Для того, чтобы купить ультимейт орб, мне нужны деньги на ультимейт орб. Деньги на ультимейт орб, это, блин, много, поэтому ни в коем случае не... А, вижу, все, понял, не сигналь. Кстати, можно уже перекачать, на самом деле.
Ну потому что жизни что-то многовато. Потому что от прошлого раза осталось... Ой, назад. Сейчас мы где-то 1200 оставим. Как-то так. Вообще получается... Эй, стой, 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 стой! Что-то я не то делаю. Да я неправильно, не вовремя остановил перекачку. Все, сижу без маны, как дурак. Так, ладно, сейчас 1200 отменяем, получается, и по крипам как... Идет отрыв по счету, к сожалению. У нас внизу ботом сносят. Который мы не защитим. Телепортный не спасет, тем более без... Такая беда. Ой-ой-ой. Отступаем. Так, а может все-таки поменьше? Просто если будет меньше хп, то будет быстрее реген. Потому что он же фиксированный по количеству хп в секунду. Если хп будет меньше, я быстрее отхиляюсь. А перекачивать в силу можно тогда, когда настает неприятный момент. Значит, дышечку нажимаем, когда идет у нас алярм. Предлагает мне запушить верхнюю башню. В принципе, трое товарищей были снизу, справа. То есть максимум, кого мы встретим, это... Нас предупреждают, что справа кто-то должен быть. Там варды стоят, что бояться-то? Ладно. Не, вон трое. Нас тоже четверо здесь, поэтому... Так, главный Михаил, значит, у тебя на два заклинания еле-еле отступаешь, значит, да? Ультимейт орб, 10 ко всем атрибутам, 200, копи. Мы еще ни одной башни не убили, поэтому особенно сложно. Давай, отпуджим в такие вот моменты, когда все защищаются, ну, потихонечку. Очень многое зависит. Вытащит или не вытащит? Не вытащил, блин. Разора почти цепанул хуком. И уже противники насторожились. Навострились. Сейчас пойду... Не-не-не-не, назад. Вижу, там Свена в меня уже кидают. Сопли. Эх. Так, нас тут тоже четверо. Леон, Пуч, хорошо. Жду крипов. Ну, вытащить одного будет вообще замечательно. Противники прекрасно понимают. Хук и... чуть-чуть до Свена не достал. Эх, жалко. Там стрела, прострел. Ох, в Свена попала. У нас, оказывается, потма есть. Приятно. Добиваем, стараемся. Что-то даже получается неожиданно. 1100. Ульт, кстати... Ульт. Блин, опасно это все. Они хотят снизу повытаскивать. Там варды стоят и хотят пацаны воспользоваться этой возможностью. Стрела полетела прострелом. Так, разор. Прыгает. Я этого товарища. А давай вот так вот сделаем. Раз, Свена сейчас. Этого вытащили. Бриста сейчас убиваем потихонечку. Не-не-не-не-не, мне чуть назад. Стики прожал. Назад, говорю. Надо бежать. Прыгай. Воу. Да есть же шаг, отнули знатно. На лол хп, убили трех, потеряли одного, гуджоп, молодцы. Д я не прожал, Валера. Надо было Д прожать, хп было больше, мана была, не знаю почему не сделал, простите, пожалуйста. Так, сейчас быстренько хиляемся, подлагивать немножко. Нет, Д надо было прожимать, гадалки не ходи, тогда даже это самое, риска-то не было большого. Можно было даже пооставаться, поспамить. Тимберсов выкупился. Молодцы. Ну, залетели мы сразу в троих. Сплэш дали. Пуч отлично сработал. Хуком цепанул другого там. Рубик поднял вовремя весьма. Поэтому все было очень четко, очень хорошо. Мне понравился такой размен. Слаженно сыграли, слаженно. Разор там остался. Так, разор. Кажись, он один. Может быть... А, я один здесь. И там Тимберсол выкупился. Да не, они все уже живы, сейчас могут
стелепортироваться и прилететь. Но телепорт... Стоп. Телепорт это сюда, да? А мне показалось, что был уже телепорт. Неужели к противнику был? Да, это был к противнику. Еще один ТП-пуш в инвизе. Хорош! Так, иллюзия у нас есть. Давайте делаем инвиз. Раз. Ну ёп, ПРСТ, чего ты? Так, станчик делаем. Стики прожимаем. Того убили. Здесь вот так вот раз. Стан. Нет, не стан. Хотя, можно и стан, наверное. Не стан, там Тимберсо. ЁПРСТ, опасно. Короче, я в ХП перекачиваю жизни, в смысле ману немножко. Оставляю на заклинание на этом. Катнул Леон Свена. Не знаю, где это было, но это было. Перекачиваю назад ХП, потому что могу... Ну, потому что нужно регениться. И нужно атаковать, и пацаны все равно прикроют. И покупаем ультимейт орб. Как я не увидел этого. 200 уже есть, это здорово. Опять я не отменил перекач. Такое дуб просто. Просто дуб. Ну, на Морфе я второй раз играю в новой доте, поэтому относитесь с пониманием. Понимаю, что если человек там катал уже 10 раз, 50, некоторые по 100, больно смотреть на все это дело, но... Я стараюсь, катаны. Так, оставим, наверное, 1200 все-таки, потому что и манка нужна, и... Башню можно пропушить аккуратно. Ой, там их двое. Идет телепорт, судя по звуку. Так, плюют. Ага, их там трое тоже. Пуш стоит, хорошо стоит пуш, правда его видит. Пошел стан, Рубик выщелкивает заклинание. Леон под атакой. Опасно. Так, хочется стики пораньше поражать, на самом деле. Ладно, не будем торопиться. Значит, рецепт у нас 1325. В замесе не бей бреста, если трогать. Ага. Он не носит урон. Понятно. Ну да, точно. Тем более, я там в спину ему бил. Это такое вообще неблагодарное дело. Да, разору надо было. Ну, разор и так пуч выцепил, но он мог не попасть хуком, поэтому. Предлагаю отступить. Потому что еще сейчас волна скрипами идет. Так, окей, поехали. Сейчас пуч будет удить. Леон ему мешает. Вот, чё встал, непонятно. Путь же явно в леске, не так просто. Варды закончил. Вот, удит, смотрите. Хоп, ой, выцепил, молодец, красавчик. Так, делаю реплику. Убили одного. Тимберсо в хексе. Я наперед делаю и пробую его поймать. Но он, блин, такой он, конечно, жук. Надо было станить, но я не среагировал. Прошу прощения. Надо было станить. Хотя у меня силы меньше, чем значительно, чем ловкости. Он бы просто дэмэдж нанес. Но все равно это правильно было бы действием. Ну, пуч красавец. Просто красавец пуч. Он правильные места занимает. Очень четко товарищи выуживает. Это большое дело. Чувствуется, что не первый раз товарищ на пудже. Так, 600, да? Разор там штампанул двоих, Леона и еще кого-то. Кого там еще? Мирану. Это где вообще было? О, во-во-во, а пуч уже здесь. И Разора съедает. Ну вот это человек, который тащит команду вверх. 10-6, вот это я понимаю результативность. Там Леон с 2-9, стыдливо. Стреляем. Реплику можно сделать. Блин, какой-то ты дикий. А что же мне остается тут делать, кроме как... Надо его запереть тут. Стики прожму заранее. Да ладно. Я не знал, что здесь есть выход. Там Мирана еще. Блин. Вот я Вася. Да я не знал, что оттуда можно выйти. Леса не знаю. Просто стыд, чертов стыд. Но у нее еще скорость перемещения высокая из-за бафов, кажется, он там наплевался на это самое. Тимберсо, но здесь трое уже против. Даже слева еще один обходит товарищ нас.
Вот Ксвенка, кстати, можно убить. Отстреливается, надо перекачивать хп. А, нет, хотя, не надо. Отключаем. Да, тут или он прикроет. Застанет, если что. Стики прожал. Проблемы. Убили. Надо сейчас, наверное, отступить немножко. Что за лаги-то? Не, наверное, не стоит. Давайте качаемся в ловкость, чтобы отрегенить. Блин, жизни, конечно, кот наплакал. Да, сейчас можно башню забрать. Заберем башню, будет... Ой, там Тимберсон. Может сейчас в аркадку выйти. Да, видите, как этот еще простреливает. О, хорошо зажали. Добро. Неужели ни у кого там ни меки какой-нибудь нет? Нет? Сейчас убьем башню, и будет у меня рецепт Линкенсфера. Отлично. Внизу пушат, можно стелепортироваться, кстати. Но я без рецепта, и телепорта нет. Но телепорт нужно приобрести. Уже двое туда телепортируются, но у меня должен быть телепорт, конечно. На такие случаи. Так, давайте еще ловкость качнем. И собралась Линкенсфера. Что она дает? К атрибутам реген, реген и урон. И блок заклинания одного в 17 секунд. После Линкенсферы... Этерел Блейд? Игл Хорн и Гоус Кипетер. Понятно. Зачем, правда? Я не знаю, по билду. Ну, в баниш, очевидно, закидывает, но разве у меня атака действует на баниш? На копию, которую ты делаешь, можно телепортироваться. Круто. После линки собираю скари. Мне тоже кажется, что... Какие-нибудь стрецы. Скадиум. Я чуть-чуть отступлю. Не хочу сейчас с брестом с половиной хп сражаться. Так, 24-25. Счет-то равный на самом деле. Тут, то есть не все тут еще потеряно. У противников. Да, давайте в скаде соберем все-таки, потому что мне как-то этот девайс больше импонирует. Allies disappear. Справа, кстати, разор. Не понял. Ну, там брист. Не уверен, что она того стоит. Ну, я полезу, потому что тут два инвизных наших товарища. И можно как раз закатать, пока они не понимают, что происходит. Стики прожимаем. Летим вперед, делаем. А, там кекс. А, добиваем, отлично. Дальше предлагают пушить башню. В принципе, я не... Ох ты, как бьет. Ты ёпрст. Сразу охладил. Вот она, эскади. Два ультимейта, поинт и орпов вином. А давайте я улечу на базу с телепортом. Пожалуйста, уважаемые, я вижу много хороших, таких больших комментариев в чатике. Не пишите, пожалуйста, в чатике, пишите в комментах внизу, потому что чатик, там много флуда, не читается он. Не успеваю во время игры это делать. Между играми я смогу почитать советы в комментах. Не тратьте это самое, свое время зря. Так, ну давайте point booster сделаем все-таки, тогда мы сможем еще немножко хп перекачать. И при этом держаться... Ну, увеличить дэмэдж, соответственно, скорость атаки. Power threats, power threats, power threats. О, кстати, да. Трециты поэффективнее будут. 130% скорости атаки. Выбирая между там перекачкой, не знаю, 10 ловкости лишних, выигранных за счет хп. Лучше, конечно, трецы. Ой, а да тут у нас... Двое, двое, двое. Свен убит курьер... в смысле, силами света? Найс.
Интересно, как это РЛ... Ой, там замес. Ёпарес, это... Пуджи плохо. Ну, хотя он жрет неплохо, но нет, нет, это нет. Тимберсо хорошо про это самое, про... Чуть подкачал ХП, перекачал. Тут у нас погоня, к сожалению, за нашими. Рунки нет, кто-то назад пойдет. Блин, а мне даже, наверное... Хотя нет, наверное, лучше идти сюда, уже вижу битых. Разор битый Тимберсо. Разора бы поймать, конечно же, он выбирает, куда ему идти. Ну да, но я здесь не уйду. Перекачиваю ХП, конечно, стараюсь, но... Ну, Разора добил, ладно. Буйствующего. Хотя я тоже был буйствующим, как выяснилось. Причем добил Разора, видели, по красоте. Понял, что недостаточно... Ну, то есть сделал скилл первый, сделал скилл второй. Понял, что не добью, сделал на него иллюзию. Иллюзии по нему выстрелил. Профит, профит. То есть сделал по максимуму в той ситуации, ну, что мог, по сути. Хотя можно поспорить... Можно, нужно поспорить, что стоило ли туда, в принципе, ввязываться. Сделал первый скилл, оттолкнул Разора, замедлился пурджом, умер, похвалил себя. Второй скилл отталкивает. Круто. Надо было перекачку заранее. Да, наверное, надо было. Сейчас назад перекачиваемся где-то до 1300. Дэмэдж хороший, скорость атаки отличная, брони много. По центру башни битые, довольно много наших товарищей собралось. Ульта твоя вторая жизнь, дай замесу, уводи копию от замеса подальше. А-а-а, понял. Тогда можно было спокойно в той ситуации стелепортиться. Ой, наверху начинается уже. Вожу. Правда, не знаю, как телепортироваться к ней. Ой, тут узкий проход против Свена. Хотя вот... Вот это вот товарищ. Там инвиз. Ох ты ж, ёжик. Хорошо. Он тут пуш всю игру делает. Фактически. Просто всю игру. Надо по это самое. О. Это я телепортировался на иллюзию, получается. Второй раз нажимаешь R, телепортируешься на иллюзию. Офигеть. Вот это номер. Сейчас перекачиваем ХП. Прочитай айтемы Терл Блейд, не нужна тебе скади сейчас. Он вроде в астрал загоняет. Не может атаковать, битаком... А, x2 от основного атрибута и плюс 75 в виде, нифига б себе. То есть это не астрал, это просто некое состояние, в котором он ничего не может сделать и получает больше урона. Тогда копим на Иглхорн, получается. Копим на Иглхорн. Вообще иллюзию можно... Нет, жалко героя обычного. Сколько делается? Минуту. Блин, на третьем левеле просто ставишь иллюзию подальше и пошел. Все, не умираешь фактически. Просто нажимаешь R, возвращаешься. Ну, если тебе позволят. По мою душу уже идут. Справа двое, как минимум. В лесу. Рекомендуют защищать башню. Я готов. Если что, R жмем. Если что, жмем R. Там крипов мелких бьет. А пуш вообще молодец. Просто красавчик. Я добиваю. Слева иллюзия Свена. Ну, пуш просто замечательный. Повезло нам с ним. Ну вот такие вот хуки кидает. Добротные. Рекомендуют башню добить. Кстати, хорошая идея. И, наверное, сразу под Иглхорн.
Куру подведу. Ох, чуть-чуть промахнулся. Ну, самую малость. Так, все, нет, к сожалению, у меня ульты. Рекомендуют под инвизом подойти, смотрим. И пошло, поехало. Как-то мы в разнобой действуем. Хороший стан дает. Вроде как. О, вот это хороший хук был опять. Сейчас мы его должны догнать, добить. Перекачать. Ой, в смысле не перекачать. Ой, там стрела полетела от этой. Слева один товарищ. Вот его, наверное, самый сейчас важный момент за это самое. Я беру иллюзию Леона подальше. И вот сюда вот телепортируюсь, чтобы... Товарищи, ну бей. Да ёп, хук, промазал. Прикрыть надо. Снова стики. Там убьют Разора. Я должен, по крайней мере, этого товарища отвлечь, пока наши не освободятся. Все, убиваем. Да ежишь. Все, Иглхорн собираем. Отдаем. Миду снесли. Все нормально, ребят. Забейте Бреста бить. Да, наверное, не стоит. Но он лезет постоянно. Так, дальше у нас... Госкипетр, да? Немножко на ловкость перекачаем. Ох, сейчас 180, ловкость 160. Сумасшедшая скорость атаки. 20 родной брони. Это здорово. Беру пару телепортов. Меня там поджал еще Леон. А, там жрет уже пуш. Опять 25. Тимберсов в страхе убегает. Второй скилл перечитаю. Значит, всплеск, если ловкость выше, максимальный урон, длительность минимальна. Ну да, если силы больше 50%, то стан будет большим. А так микростан 0.25. Ладно, сбриваем башню. Уже вырываемся вперед по очкам. Хороший знак. Мирана разрушила башню. Я что-то не за самое, не добиваю обычно башню. Опять путь там удит. Ой, снизу, снизу, снизу. А, Брист. Не знаю. Наверное, Разора надо в такой ситуации сместить. Я его опять оттолкнул, надо перекачивать в жизни. Пошла перекачка, но без толку. Нет. Это дало мне время. Вроде как убираем. По центру что-то много бобров. Пуджа казнят. Жалко, регена нет. Я через лес, через крипинг возвращаюсь домой. Потому что здесь уже мы ничего не сделаем. Слушайте, так это же еще совсем, совсем не все. Они идут по центру, надо, наверное, телепортироваться и защищать башню центральную. Опять перекачиваемся на уменьшение ХП, 1400. Да, это герой, за которого я не играл. Нифига б себе. Рано начал перекачиваться. Да я не знаю у него способности, он вроде какой дэмэдж наносит. Надо почитать. Там, кажется, вижен дается. Да, вот Iron Blast. Запускает шар в любую точку. Использование наводит шар. Выпускает шар в указанное место. Чем дальше пролетит, тем больше радиус. Ага, поражение. Наносит магический урон, замораживает. Нет регена. Ну. Урон. Здоровье для убийства. Короче, если меньше 10%, то до свидания.
А, урон 450. Ёпрасоте. Там жалобы на лаги, сейчас передам эту информацию. Так, нам нужно накопить на скипетр, получается, да? Она убивает любого, у кого 10% хп, понял. Это понял, спасибо. Да, вот так вот на респе добивать пацанов, которые идут хиляться. Если грамотный человек, то все, он следит за картой. И как-то так. Качаем плюсики. Кстати, для морфлинга плюсики это тоже такая. Кстати, там сражаются наши пацаны. Собираются чего-то. Побегу-ка я к ним. А, готовят западню сверху. Иду. Так, я не хочу собираться вместе против Свена живого. Они не идут. Окей. Ладно, я тогда тут крипов поубиваю. Они могли на Рошана пойти, кстати. Потому что все резко из центра куда-то ушли. Миран юзает ульту. Есть возможность проверить. Хотя времени не так мало, много. И рановато она заюзала ульту. Хотя, может быть, и правильно. 3-2 секунды. Нет никого на Рошане. Можно самим убить. Может, убьем? Бэк, говорят. Ну, бэк так бэк. Все побежали на бэк. Купи госдора. А, 1600 он стоит. Воу. Так, госскипер. Теперь еще его нужно юзать, да? Его еще юзать. Ну, сейчас характеристики в любом случае апнутся, да? 107-186, хорошо. Перекачаем еще немножко на 1500. Урон классный. Дексы 180. 180 дексы. Пережить бы это все. Просто пережить бы. Где они вообще находятся? Непонятно. Поехали. Начинаем мочить. Они рядышком. Наверное, не стоит. Да, не стоит. Оп! Это иллюзия. Нет, просто вялый такой товарищ. Вообще. Так, это Эрл Блейд, это, наверное, на него так подействовал. Сколько он там? Х2 от основного атрибута. Офигеть! По 400 урона морфа получается. Он там в три удара просто ушел. Просто в три удара. Так, сейчас линку, наверное. В принципе, не надо жестить, наверное, с количеством ловкости так вот жестко прям. Потому что главное нанести этот самый урон. Хорошо. И пошли гангать слева, товарищи. Ганг, разор на УТП. Вот он, вот еще свенчик. Хорошо. Блейд есть. Делаем, убиваем. Отлично. Еще вот этот товарищ, но он может успеть купить ТП. Сейчас я, наверное, Скадио все-таки возьму следующим девайсом. И сверху надо чекнуть кому-то. А, нифига себе, он такой молодец вообще. Ничего у него нет, ни ТП, ни возможности уйти. Он обречен, просто обречен. Такой спокойный, я с него удивляюсь. А, хихэ в ТП. Уже есть ТП? Да, уже есть. А давай сделаем вот так вот, чтобы он никак не смог после стана уйти. Оп, и все. Хорошо. Да все ок. Этерал Блейд, конечно, классная штука. Актив придает вам бесплотно замедляется, не может атаковать. Угу. Короче, и на себя действует, себя можно спасти, так же как Shadow, или как он там называется. Ghost Keeper. Так и... А, на противника другой эффект.
А учитывая то, что тут ловкость перекачана, получается, там 194 сейчас ловкости. Х2 от 194, плюс 75 от урона от нее. Ну и плюс мой базовый, наверное, урон все-таки идет. То это сумасшедшие вообще цифры. Какая-то чертова имба. Вообще, Этерал Блейд хорошо получается собирать каким-нибудь сайленсером, товарищем, который на инте специализируется. Им, в принципе, им нужен и, собственно, баниш для того, чтобы уходить. И доп урона от инты. Здорово. У него там и арба своя у сайленсера. При этом еще будет бонус такой наноситься. Так, прострелы идут, но иллюзии отличные, сказочные просто от Пуджа. Поэтому мы спокойно добиваем. Собираться будем через пару ультимейт арбов. Так, уходим через зеленые, наверное, точечки. Аккуратненько, чуть-чуть осталось буквально. Ну, понятно. Противники шкерятся, уже не выходят сильно. Рекомендую Рошана забить. Кстати, хорошая идея. Есть один ультимейт. Жалко, что Кура занята. Кольцо в ключе. А зачем? А, всем она, да, получается? Наверное, нужно. Ладно, идем на Рошана тогда. Иду на Рошана тогда, получается. Интересно, на него действует? Не, не действует на него Этерал Блейд. К сожалению, этот танк не очень. Поэтому я поставил бы кого-нибудь другого, но никто другой подставляться не хочет. Но Пудж должен идти. О, какая лягушка огромная. Так, берем ультимейт орб, врубаем форсаж куре. Побежали. И все, отлично. Преимущество по счету есть хорошее. Мирана ультует, можно попробовать вот здесь вот поймать шального какого-нибудь товарища. Ну или в магазине, да. Тут наверняка кто-то будет бегать, учитывая то, что крипов нет. И после рошика мы можем, в принципе, и разбежаться далеко-далеко. Но такого не случилось. Ультимейт орб. Так, немножко еще на ловкость перекачаюсь. Жадный я, конечно. Уже больше соточки ловкости. Надо выбрать четко цель. Этерал Блейдом по ней. Главное, чтобы это был товарищ без... Ой, а, это... я думал, это Разор у нас в центре, оказывается. Просто Рубик спер способность. Давайте атакуем. Так, давайте я сделаю иллюзию на Пуджа, для того, чтобы иметь возможность свалить отсюда вовремя. Ультует Тимберсо, я, к сожалению, не вовремя отхожу. Пуджа надо прикрывать. И Пуджа мы прикрываем. И я, конечно, атакую совсем не того, кого нужно. Типа ухожу. Совсем не уходится, на самом деле. Да нет. Перекачивание идет, но толку нет. Я пытаюсь уйти. Но все это от лукавого, стики прожали. Силы добавляется немного. Немного. Можно было на себя, кстати, попробовать. Я бы лучше ушел стандартно. А, черт. Короче, я сделал серию ошибок. Во-первых, можно было телепортироваться на ульту. Это первое, про что я забыл, естественно, забыл. Во-вторых, можно было все-таки скиллом уйти базовым. Сейчас одна ловкость и 134 силы. 4000 жизней. Да, про ульту забыл. Это что, это мне, что ли? Вот дефинг. А, это с другим товарищем. Когда вешаешь Этериал Блейд, ты не бьешь с руки биобилками. Да? А как так? Понятно, то есть все-таки это астрал. Здесь вроде отбиваемся. Вы оба в астрал уходите? Вам и выбранному юниту, понятно. Все, теперь понял. Ясно. То есть...
И он получает единичный этот урон. От Астрала. Ну, в смысле, от Этерал Блейда. Понятно, все. Ё-моё, как я сразу-то не понял. Как так? Ой, надо было перекачаться. Ну, сейчас, в принципе, с 4 хп мы быстренько перекачиваемся в... В где-то... Не знаю, 1800, наверное. Тут хп важны. Тут нужно еще баланс соблюдать между количеством армора и количеством жизней, чтобы у тебя было нормальное количество эффективного хп, потому что толку от 4к жизни с нулевым армором, так же как от 1500 хп с армором 22, наверняка можно какую-то корреляционную табличку составить, что наиболее... ну, как оно там? Там же есть... Если система работает так же, как в Варкрафте, то с каждой дополнительной единицей армора ее эффективность снижается. Поэтому там надо как-то учитывать. Ну, короче, это задача брату моему. Может, это уже делал. Так, ну что, едем дальше. Одного с нами нет. Сейфовую иллюзию забыл. Да. Увожу иллюзию. Хорошо, попробуем. Пуш работает. Оп, Линкин меня сохранила. Сейчас мы Этериалом его загоним. Как закончится у него... А, у него не закончилось. Бывает, ничего страшного. Так, если не этого, то кого? Это Тимберсо, получается. Лучше вообще барак, хотя можно и так, наверное. Угу, понятно. Убиваем бараки. Сносим мид. Fortified. Укрепили они. Что у нас там по статистике у Пуджа? Пудж молодец. 17 на 10. Ну и в принципе команда хорошо сыграла. Здорово. Все откровенно... Ну, не было откровенно слакающего товарища. Это здорово. Внизу там один. Предлагают на разор снова сходить. Я, наверное, вот так вот сделаю. Раз, два. Ничего в себе. И, наверное, надо еще немножко перекачаться с ловкости. Ну, в смысле, на ловкость. Свен рядышком. Давай, кидай в меня молоток свой, дешевый. Алинка сработает. Оп, сработал, но против молотка сейчас у меня ничего не будет. Бах. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Так, ну, поехали тогда. Давайте я это лучше телепортнусь, наверное. Хотя иллюзия уже не жива, насколько я понимаю. Ее можно увезти куда-нибудь в другое место, получается, да? Стики прожать надо еще. Телепортироваться сейчас к иллюзии. Ну, как-то так, получается, надо было сделать изначально. Ну и уйти спокойно, попытаться. Бом-бом. Окей. Убил бы обоих. Да я... Да, наверное, а может и нет. А что делать, если нет? Зато я сейчас понял, как нужно сваливать. Так, 4 косаря хп с брони десяткой. Перекач, перекач, перекач идет на 3.17, 2.19. Любопытно, какая все-таки... Там гудлаки пошли уже. Я на 2к оставлю, наверное, все-таки. ТП продам. Зря купил. И там уже идет снос нижних бараков. Годлайки, Мирана липается, упрыгивает, в общем, и еще даже провоцирует, стреляет. Унижает, в общем, по полной программе. Минус 4 команда сделает. Уже хук отличный от Пуджа. И даже Мирана нет, она не... Нет, не выжила, к сожалению, от башни получила. Ну, понятно, морфинг такой тоже очень интересный с точки зрения механики героя. И обилка у него более-менее универсальная, первая и вторая. Достаточно гибкая, чего уж говорить о возможности очень быстро перекачать силу в ловкость и, соответственно, обратно. Ну и, конечно же, ультимейт классный с созданием иллюзии, с сейвом.
героя с доп-уроном, наверное, от иллюзии, в конце концов. В общем, хороший герой. Здорово. Хорошо, что познакомились. Енот с бластером передает привет пацанам в чатике. Рокки тоже в чатике с сердечки. Я в телевизоре, пишет. Ну, я вас приветствую, уважаемые зрители. Доброго вечера. Немножко сегодня будет доты, потому что вроде и так вечером намеревался поиграть. Да, чего уж говорить, я пару игр даже катнул сегодня без стрима. Вот, и решил запилить анонс. А что касается Alien Swarm, веселого кооператива, он, скорее всего, будет в пятницу. И приглашаю. Там будет весело, тимплей, все дела. А, в пятницу уже International? Да ладно. В пятницу еще турнир по Варкрафту, ё-моё. Надо написать товарищам нашим, что в пятницу я никак. Да, International будет, наверное. Сейчас я... International будет ночью, БСП все равно в такое время уже сон видит. А, понятно. Окей. Тогда нужно график поменять немножко. Так. All pick, выбираем рандом и попадается... Ух ты, это ВД или кто? Да, это Witch Doctor. У Witch Doctor... Разок я за него, кажется, играл, насколько помню. Хотя ульту что-то я не помню у него. Может, даже ни разу не играл. Короче, у него есть некая парализующая каска. Бросает бочонок с порошком, который отскакивает рандомно от противников с микростанами. В идеале вы его кидаете только на героев, и их должно быть, ну, двое или трое, то есть, чтобы не было крипов. Чем-то похоже на мирановский ульт, в том плане, что он очень крипозависим. И если, например, вы поймаете двух героев под стан, последний, то они будут стоять где-то 4... А то и 5 полных секунд, получается, в стане. Длительность огрушения секунды, он перескакивает 8 раз на 4 левеле, и получается 4 секунды в сумме оба героя стоят. Так, дальше у нас Restoration, магический способный лечение. Ага, сейчас будем разбираться. Не, я не играл за него. Давайте возьмем какой-нибудь билд. А, луновский, да, конечно, луновский, а не мирановский. Мирановский инвиз, луновский это старенький, добренький, который Starfall, кажется, он называется. Так, Wood Restoration направляет магические способности на лечение ближайших союзников. Ага, маны в секунду на лечение. Маны 1 к 2, да, получается. Понятно. А третий, о, Маледикт, которым я не раз был убит. Проклинает всех вражеских героев в зоне 10, нанося им каждые 4 секунды, добавляя дополнительный урон за каждый потерянный ими класс. Доп урон варьируется. Так, давайте возьмем какой-нибудь билд. Мне хотя бы базовые предметы. Ослика рекомендуют брать. Типа я саппорт. Давайте поиграем таким образом. Курьера взяли. Два тангусика. Мана протект. Это, видимо, на базилку. И, наверное, возьму еще одну манку. Поехали. Так, естественно, мне нужно с кем-то на лайне стоять. Надеюсь, там кто-то приджойнится. Ё-моё, да ладно. Я говорю, я саппорт, давайте гоу направо. И ко мне Никс, кажется, бежит. С жуком мы можем с двойным станом, с нормальным уроном неплохо повзаимодействовать. Маледикт, КД 35 секунд, стоимость 120, 12 секунд действует. Да, это надо заклинание очень аккуратно юзать. Тут еще подсказки по заклинаниям.
Ага, позволяет избегать опасных ситуаций, инициирует ага, или антиинициация, и сетсап подготавливает для маледикта и ульта, пацанов, понятно. То есть такой прикаст. Первый это со стана нужно либо начинать, либо, ну, избегать. О чем не добивает, а друг? О, Кункевич, здравствуй. Вот моя задача как саппорта будет. Прикрывать товарища. Вардик надо было поставить, естественно, что я не сделал, Васька. Саппорт роль для меня не совсем привычная, потому что я, ну, не привык, в общем-то, с людьми вот так вот. Ну, Кунку отгоняем, уже хорошо. Так, второй на Маледик, да? Какой рейндж? Маленький рейндж. То есть сначала нужно фласку делать, а потом уже Маледик. Понятно. Ну и дэмэдж нужно наносить. То есть Маледик, смысл его в том, что тот дэмэдж, который герой получит в ближайшее... Ну, во время действия заклинания, он... Доп урон. А, за каждые 100 на четвертом левеле 40 будет урона. То есть на 40%, 40% урона, получается, возвращается. Понятно. Ладно, нам нужна субимаска 325. Так. Так, Voodoo Restoration это нет, наверное. И Death Ward. О, да, есть такая тема. Ставит Ward, который часто-часто и больно-больно бьет. Чем-то похож на Shadowhunter'овскую, кажется, ульту, только здесь. Добивай, друг! Надо, наверное, мне бить все-таки. Хотя он сейчас сигналить, может, начнет. Типа ВТФ. Кунку не подпускаем. Своих юнитов надо было добивать, но я Вася. Так, отъедаемся. Сейчас базилку сделаем. Давай, 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 давай. Базилка. И вторая фласка получается, да? Зачем я взял две маски и две фляжки, если я их... Если я первый скилл не откидываю. Сейчас на третьем будем закидывать уже потихонечку кунку. Станом. ФБ от... От нас. От Пуджана Миде. Сейчас, если он подойдет к рейнджевому крипу, то... Не подходит паразит. Мешаю я крипингу. А, я не видел, что у Кунки начинает меч водой светиться, если он у него заряжен. Любопытно. Давайте фласку раз. И Маледик надо было скастовать. Ну, сейчас он не уйдет. Не уйдет, скорее всего, здесь уже. Ну, Бёрн сделай. Есть. Там и Маледик сработал, и последний выстрел от меня достал. Все нормально, манку реализуем. Пошел реген. Так, вард надо будет... О, хорош какой. Что дальше? Дальше можно апнуть курьера команде, чтобы полезно было. Особенно Пуджу на миде наверняка он фляжки там таскает. Да, таскает. Будем хорошим саппортом. Надо вот этого проатаковать, наверное. Пропускает довольно большое количество крипов Кункевич. Несмотря на то, что он стоял один на направлении, сейчас он придет, скорее всего, даже третьим левелом, а не четвертым. Хотя вот я не помню, как, кем он уходил. А, нет, четвертым уже. Может, еще разок? Давай, давай. Маледик второй. Стан хуже в этот раз сработал. Увы. Мид-мисс. Ой-ой-ой, как я не вовремя завязал реген. Мне там залетел выстрел пушки. Плохо, 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 плохо. Нифига себе, Кунка наглый какой. Да он там на этих лечится. На листья жрет. Это тоже с базилкой, да?
Нет, просто ману выжрал. Ладно, у тебя есть импейл. Мы, кстати, можем его того. Можем. Поехали. Нет, не можем. Нерешительно себя Никс ведет. Без его помощи я никак не закатаю. Be ready. Пятая фласка. Хотя бы парочку станов дать. И все. Хотя бы парочку. Ну давай. Готов? А давай. Нормально. Хорошо. А, нормально. Отлично, закатали. Не даем кунке разожраться на двоих. Нормально работаем. Слажено более-менее. И... Мисс Мид, говорят. Но вард стоит. Руны, в общем-то, не было. Кажись. Давайте возьмем сапоги. Будем копить на аркан бутсы. И, наверное, имеет смысл притащить пару манок. Для того, чтобы его дальше принимать. Он уже боится, он даже рядом с крипами не стоит. Бедолага. Фигню я сделал. Оп. Сейчас отрегеним немножко хп, потому что все равно принесут стики. И ульта появилась. Давайте почитаем, что... А, ульта. Рейндж у нее какой. Эй, хорош. Курьера. Кто-то забрал. Видимо, Пуджу нужно. Это тоже нужно. Делаем реген маны, готовимся к тому, что Кунка опять захочет что-то поделать. Можно, в принципе... Не, на ульту маны не хватит. Он апает уже шестой левел. Давай, поехали. Не убьем. Подэмэджили. Жалко. И команда продолжает овнить и по другим фронтам, судя по счету 5-0. А, это Маледик сработал, нифига себе. Это я убил, оказывается. Нифига себе, сколько он бьет-то? 12 секунд. Там же еще обычный урон от него есть. То есть он сносит 120. И после этого еще сносит допом в зависимости от того, сколько урона вошло. Нифига себе. И пуш еще убивает. А у него там четверть хп было, он уходил, вы видели? О, лич к нам пришел. Это с мида пришел? Судя по всему. Ну, лич, во-первых, сейчас на миде стоит. О, нет. А вот сейчас можно, можно. Раз, два, фигня. Нельзя. Ставим ультимейт, чтобы не это самое. Чтобы хоть что-то сделать. И ульта не стоит без меня, да? Не знал. Все, минус я. Размочили счет. Еще кого-то там убили. Маледикт сам себя разгоняет. А, то есть тот урон, который он наносит, он еще учитывается при... Я понял. Not bad. То есть там, в принципе, посчитать сложно, сколько он снесет. Так, давайте-ка я возьму брейсера, потому что не хочу я сейчас еще с этими умирать на вот таких вот темах. Жизни мало. Съедают кунку. Вряд ли он тут убежит. О, неплохо. Пуч умер от себя, потому что кунка разрядился в него. Тайт, как он там, тайт? Блин. Что-то брингер, нет. Как называется его способность, вот что он с одного удара разряжается сплэшем? Никто не помнит. Чуть больше половины, если надамаджить, умирает мой Тайтбрингер. А, Тайтбрингер. Ну, что-то... Я... Мне Тайтхандер почему-то всплывал, герой, а с Тайтбрингером... Можно? Не, нельзя. Вот если он отступает и не от кого... А вот сейчас можно. Не, не можно. Ладно, черт с тобой, золотая рыбка.
Надо варды обновить. И не расслабляться. Значит, маледикт. Вард в пределах. Ага. Урон 60, 0,25. То есть ДПС получается 240 в секунду, если стоит рядышком. Это без учета маледикта. Сейчас попробуем, чтобы лич вырвался чуть подальше. Секунду просит Никс. Он арканы юзает. Блин, ну лич, конечно... Ой-ой-ой! Пополз с ультой. Блин, фигня получилась. Сори. Ну, я мог его все-таки станом... Ой, сам вылез! Да ладно! Серьезно! Это зря, друг. Лич оказался немножко безрассудным, малым. Ульта Никс-ассасина его не испугала вообще. То, что жук в инвизе бегает, это, видимо, не страшно. Good job. Юту-юту. Вот она. Дота манерная. Он добивает. Рунки нет. Я, пожалуй, еще хильнусь. Сожру сосну. ХП прибавляется, представляешь? Ой-ой-ой, откуда у нас тут Лина еще появилась? Опасно, 8-го левела, между прочим. Лина бот. Ох, урны, спасибо. Вообще, я готов по это самое. Я даже думаю, собирать мне аркады или не собирать при таком хорошем... В таком хорошем союзнике. Ох ты. Иллюзии. Дриадка берет. Сама бежит вперед. А, нет. Вот она. Настоящая вот она. Мы пробуем инициировать. Фигню сделал. Она не умрет, естественно. Ой, сзади еще народу. Ёпарасоте. Что я зря так, наверное, пойду к своим товарищам. Но там и Лина, и этот самый. Ого, хорош! Давайте... Я вот не понял, что я сделал, в общем-то, ультой. Вроде став стоял, но никого не атаковал. Ликантроп еще пришел. Я не понял, как сработал ультимейт. Я, кажется, его тут же прервал, кажись. После юзания... Да, не надо двигаться при ульте. Я, видимо, тыкнул, кликнул на ульте это. Это был мистейк, мистейкович. Мистейкен. А, там пуг накинула в астрал? Понятно. Так, обходит нас справа. Лика без ульты. Но Никс в инвизе сразу начинает. Раз, два, три, четыре и... Этого там мы точно убьем. Главное, не гуфнуться на... Ой, ульта, лича, ульта. Пытаюсь убежать. Там стан, блин. Надо закупиться по-быстрому, пока не поздно. Я уже понял, что умру. Умрет тот или не умрет? Ликантроп, или добежит все-таки на ульте по-быстрому до базы? Добежит, видимо. Он там шустрый. Блин. Ликантропа не убили. Я маледикт полный, поздно кинул. А, он умер уже? Убил, отлично. Это хорошо. Я не увидел просто в ППХ. А мне надо было, конечно, закупиться. Хотя, что покупать? Арканы? Арканы, не арканы. Не, давайте я с Микки все-таки начну. Возьму реген. Возьму еще армор. Наверное, все-таки ТП для начала. Стик какой-нибудь дешевый. И сюда ТП сделаю. Да мне не хватает критически ХП. Маны хватает, тем более здесь арканы. Ульта есть. Двое идут. Хорошо, можно сейчас, кстати... Ой, вард поставила пугна. Отлично. В принципе... Нет, нет, не лезь. Куда ты лезешь? И пошел станчик. Ой, я корабль словил. Сейчас будет торрент еще. Нифига себе, как грамотно. Пытаюсь уйти. Все, фигня. Маледик добил, но не уйти. Да, но здесь Никс прикончит Лину, по крайней мере. Трипл получается.
А я, Вася, конечно, зря полез. Мне нужно было довыстреливать все, что можно. Баунти Хантер пришел. Урну, кажется, повесили на этого товара. Нет, на него, на нем марка Баунти. Хотя крит такой, ой-ой-ой-ой-ой. Пудж, хелпуем. Пудж ничего не сделает. Просто руки руками разводит. Скорость перемещения минус. Жизни кончаются и до свидания. Вот, ой, хороший мог быть хук. Почему не ультанул? Да у меня жизни было мало. Ченнелинг я бы не простоял. Хотя за поворотом можно было и попробовать. На самом деле. Так, нет, ладно. Бранч не буду выкидывать. БХ раскачан, да, весьма экзотично, без прокачанного сюрикена. Он, видимо, делает упор на ласт-хите и инвизе. Ну, есть, конечно, такой метод, так скажем. Ох, сразу марочку повесил на лича. Сюда уже идет ТП. Ой, хук мимо, спалился пуч. Да ладно, не лезь туда, нет, 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 Вася, ты... ПРСТ. И вроде хочется помочь, и вроде под... Да ну. Давай. А главное, чтобы он не начал сейчас сигналить, типа, ВТФ. Чего вы не пошли? На верную смерть. Так, реген ХП потихонечку идет. А на себя, кстати, действует? Действует, отлично. Значит, можно ману конвертировать ХП этим скиллом. Причем он юзается как бы пассивно за 25 маны всего лишь. Выравниваем не сильно, потому что реген ХП сильнее, чем реген маны. Там вторая ульта. Берем арморчик. Лина здесь рядом, Баунти Хантер ее видит. Еще лич уходит назад. Баунти в инвизе. Это весьма... Не... Ну, скорее всего, инициироваться будет... Нет, 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 нет. Надо было слева инициировать. Сейчас надо подождать волну и подождать, когда вот придет пугна у нас. О, нет, нет, нет. Начинает без меня уже. Ёп, ПРСТ. Там 3 в 2. Сейчас стан хороший попробую кинуть. Маледик кидаю. Ульту. Ставлю. Так, на ликантропа, но... Неплохо, блин, подэмэджил, очень неплохо. Но не убил. Так, реген делаю, но не достаю, к сожалению. Ой, я мог еще стан закинуть туда. Но вряд ли бы убили, хотя тут пудж! Ааа, фрешмитс, отлично, молодец, вовремя оказался в нужном... Лучше Баунти Хантеру взять мне. Или да, или пуджу. Нормально, нормально, разменялись 1 в 3 получается, как-то так. Ульта без Маледикта ни о чем. На этом очень суетился. Я и Маледикт поставил вроде на одного или на двух. И он бегать начал из-за... Ну, из-за того, что у меня рейнджа ульты не хватило. А, ну, в общем, так. Побежал, не рассчитал. Надо ульту вот в этих пределах четко ставить. Это где-то 350... Да ладно, нифига себе, ты смелая какая. Ой, там корабль еще летит. Да ладно. Кунка ультанул. Марку на него. Так, меку надо собрать через 500 золота. Всем добрый вечер, мы продолжаем знакомиться с дотой. Ой, там вообще хорошо, пудж засел, хп мало у кунки, марка стоит. Он должен сейчас выщелкивать кунку. Хотя тут лина мешает, хук на лину. Поднимают пуджа, кидаю стан. Кидаю маледикт и ультую. Нет, нет маны. И тут лич еще приходит. Ульту профукивает, надо купить меку перед смертью. Хорош! Нет, не купил! Я не купил! Но все равно сейчас хватит. Я вроде кликнул, но меня в ту же секунду убили. Блин, 2 в 1, фиговый размен. Ладно, берем меку, будет возможность подхиляться. У тебя перс, ходящий мека, зачем ты ее собираешь? Трать деньги, собирал лучше аганим. Ну, я по гайду играю. Сначала мека, потом аганим. Тем более, это билд такой, видишь, не на Вуду Ресторейшн, а на... На первые и третьи скиллы. Топ вынесли, но мы низ потеряли. Тут баунти засел, но ему цель очень сложно найти себе. Так, меку взяли, пару ТП купили. Телепортируемся сразу сюда.
Пуджи помогать и Баунти Хантеру разряжаться. Противники уходят. В принципе, можно попробовать кого-то словить в лесах. Но Баунти вроде отпустил уже. Не видит он никого. Тут трое разошлись. Жалко. Мне, конечно, не хочется по лесам одному бегать, но... И надо было вард купить. Так, я Вася. Видите, он вообще плюсики типа качает по такому билду. Ясно. Так, там по центру какой-то намечается замес. Во-первых, Баунти Хантер бегает, битый Кунка, двое наших, и все, в общем-то, стягиваются по центру. Можно... Да, там какая-то инициация уже пошла. Лина с Личом. Лина какая-то вообще аркадная. Лич тоже отсюда не уйдет под марочкой. Вообще здорово, что Баунти Хантер четко работает с ультой, и команда получает потихонечку денежку за убийство. Хотя... С другой стороны, там не знаю, кто добивает. О, наверху еще, смотрите. Контакт. Ну, Дриаду сложно, наверное, убить. Я за нее не играл, но, в принципе, помню, что у нее какое-то там дикое снижение скорости атаки и реген ХП еще. И бесячий. Что? Бэк-бэк-бэк? Я услышал, кажется, еще одно слово. Короче, мутим товарищам. И в это время кто-то убил Рошана. Ой, Ликантроп умирает. Надо его принять. Вчетвером сейчас. Да, легко. Вообще нормально. Ну, очень аркадно он Рошана мочил. Ох, хорошо, Лича выщелкивают. Станет. Ну да, тут можно уже проходить вперед на самом деле. Регеню. Да и Мека, в общем-то, есть. Ну да, в принципе, такой герой. Действительно, реген сумасшедший. Давайте огоним потихоньку. Но у нас вроде уже весьма существенное преимущество по очкам. Обычно такое в пабликах не вытаскивается. Хотя почему-то, товарищи... Нет, они не разбежались. Просто Пудж ушел вправо, пытался там кого-то выкурить, вытащить. И в результате решили уйти. Ну, бэк так бэк. Какие проблемы? Так, есть ТП, есть нижний таур, который, наверное, я с Пуджом тоже пойду на перерез убивать. Там и так жизни было мало, он весьма привлекательная цель. Крипы разрушили башню. Очень круто. Так, ну давайте, наверное... Хотя маны вроде... Не было такого, что не хватает. О-о-о-о, замесик. Поставил я и ульту поставил вроде, и Ликантроп тут умер вроде. Меня, правда, убили, но что-то кого-то... Да, еще Джиггеркунку я убил, оказывается. Но это, скорее всего, опять же, Маледиктом. Может, байаут сделать? Да, давайте байаут сделаем. И побежали сразу через центр туда, чего там рассматривать, читать. Баунти Хантер все еще жив, поэтому можно попытаться. Я его могу хильнуть, кстати. Мека. Мог человек отхилять просто. Да, хорошо. Изи просто. Просто изи. Все, и теперь можем потихонечку уже вот сюда вот. Пацанов, дрядка сейчас пойдет. Дрядка пойдет в инвиз. Отлично. Ну, ёпар, СТ, че не повелись-то? Где же я спалился? Там варды, наверное, стоят. Жалко. Там трое впереди, нам так просто не... Марочку поставил. Можно контролить переключаемый скилл, юзаешь ульту и гуд стоишь, лечишь союзников. Ну да, круто. То есть нужно сначала все прокастовать, а потом ультовать спокойно. Чтобы не перетаскивать арт на панельке через shift левый клик. Блин, я все никак не привыкну к этому. Shift левый клик. Поехали, убиваем башню. Следующий предмет, скорее всего, будет
О, Пугна стреляет еще по таурке своей способностью. Опять Света разрушила башню. Надо бэчить, наверное, потому что наши слева, а их там сразу видно четверо, и пятый наверняка близко, поэтому лучше, наверное, куда-то по крипам разбежаться. Интересно, сколько там дэмэдж получается? О, неплохо, кстати, собирать можно со станом. Ну, мана все равно есть, если ты видишь, что ты отрегенишь это количество манки, то почему бы крипов быстро не убить станом? Ой, наверху за замес, который я не заметил. Пугну сейчас очень быстро убьют. Фрэш мид, ликантроп в ультимейте. Мы только подходим. Делаю маледикт, прицеливаюсь. Делаю стан, ультую. И умираю от ульты лича. Но успеваю опять кунку убить. Бояут не сделать. Да не, как-то аркадно все, не скоординировано. Мне вообще нужно где-то позади стоять и свое грязное дело делать. Реген я еще не включил. Не успеваем. Короче, начинаем со стана, потом тут же делаем реген постоянно, потому что он все равно сработает. Кидаем маледикт, прицеливаемся, чик. И ставим вард. Подходящее место. А, и меку надо было юзнуть, кстати. Мека ж, наверное, ченнелинг не перебивает, насколько я понимаю. Какой байбек там? Время идет, я же делал байбек. Сейчас топорик купим обязательно. Топорик даст хп. На поинт бустер еще подкопить нужно соточку. Хотя он повыгоднее получается топора с точки зрения хп. Там сколько? 16 на силу. 160, там 200, при этом еще манку дает. Да, давайте, пожалуй, мы накопим соточку на поинт бустер. Курьера пошлем. А сами побежим. До ульты меку. Перебивает, говорят? Перебивает, понятно. Ой, там что-то пуч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вообще восемь, но не в кого было отскакивать. Вообще здорово. Так, Курой покупаем поинт бустер. Приносим на форсаже. Здесь можно тоже кинуть. Вообще такая жесть. Ой-ой-ой. Куру не трожь. Так, еще раз, врубаю хп, делаю маледикт мимо, вот я Васин. Я не понимаю, надо, наверное, отключать реген, маны мало. Там инвиз, ёпперес, это и кунка рядом. А, там гем есть. Ну, убьют тогда, значит, какие проблемы. У двух-то. Я крипов поубиваю. Наверное. Догончик, да? Какого левела, интересно? Четвертого. Неплохо. А, на нем трек же висел. Точно, что ж я туплю. Там инвиз, не инвиз, какая разница. Баунти Хантер, он такой. Суровый. Сейчас нужно налево вверх передислоцироваться, потому что там явно наши пацаны... манка нужна, да, но это аганим частично решит проблемы с маной, дав еще регена. А он не даст к регену. Что там для маны? Иулу. Да может и должно хватать, черт его знает. Мне как-то все очень быстро. Ликантропа заметили раньше времени. Не сработал. К сожалению, импейл. Хорошо, линку выдернули. Станю. Лич подходит зря. Спокойно убиваем и его. И это повод... Ой, кунка кидает корабль мимо. Ликантроп подходит. Делаю ульту. И на него маледикс вставал. Но он под БКБ, поэтому... Ну, все равно ульта его убивает. Делаю... А давайте реген, наверное, жизни никому не нужен, в принципе. Хорошо, сейчас ульта нормально в него разрядилась. Прям по-доброму так. Он стоял, бил, она стояла, стреляла. Ой, торрент. Так, давайте фласку заюзаем здесь. Зря, ману только потратил Вася.
Ой, надо, наверное, назад бежать. Там тупуш. Есть станчик. Опять Лина умирает. Она какая-то вообще... 5-10, Лина, молодец. Продолжаем давить. Башня уже такая не очень крепкая. Пуч пытается выцепить. Баунти Хантер с нами. В принципе, можно сейчас зарядить будет флашечку. Б? Ну окей. Так, нужно на Алакрисе сейчас собрать на 10 агилити. Как он? Да, Алакрисе, Блейд оф Алакрисе. Поэтому сейчас просто... Как собирает он быстро на 4-м-то левеле. Правда, КД великоват, но если бы еще КД поменьше был, было бы совсем... халявой. Скачет живенько. БКБ после аганима плаза. Окей. Ох ты, на меня, кстати, идут охотиться. Да-да-да, я понял. Блин, на ТП не уйти, на ТП нет. Ёпры СТ. Так, ладно, у меня есть мека, я могу станом откидаться. Да, и они бросили, судя по линии, эту затею. 38. А я вот не дофармил все-таки. Линк продолжает приносить бабло. Ха-ха, торрент мимо. Ой, как? А, порошок. Молодцы саппорты. Минус Баунти Хантер. Вот это плохо. Это было не очень хорошо. Сейчас я раскину, наверное, вот здесь вот еще один стан. И пойду с богом. Че, никого не убили? Хм. Раз, два, три, четыре. Мне бы ману восстановить. Потому что аганим сейчас будет. И по традиции аганим же увеличивает не только эффективность ультимейта, но и... Да ёпр СТ, а что ж так? Но и стоимость заклинания. Сейчас вот он 200, будет он стоить 200. Отлично. Ничего страшного, значит. Ничего страшного. Аркан бота же. Ох, опять ликантроп. Да, аркейн ботиночки ощущается нехватка их, короче говоря. Но с другой стороны, более ранняя мека за счет армора, за счет там повышения к атрибутам, наверное. С ДД Никс. Ох, как хорошо все-таки Пуч кидает хуки, а? Такие у него... Нормальные крюки. Уже вторую игру, второй пуч. И кидает. А то бывает попадется какой-нибудь пуч, который мажет больше, чем... Ну, как я, например. Мажет больше, чем попадает. И когда грустно становится. Прокачай ульт и потерял левел. Даже 16 левел точно. Черт. Дрядку, кстати, можно хуком... Оп! Есть! Да есть же! Хорош! Да, тут неважно. А вот этого можно, кстати, убить. Маледикт и ультимейт делаю. Не убиваю. Фу ты. Ладно, регеним ХП. Хотя можно было меку завязать. И ломаем. Третью ульту берем, но там КД, увы. Надо было дождаться все-таки, не выстреливать КД, сделать просто в него, не знаю, обычный стан на секунду. Ой, корабль, уходим в сторону. Кидаю. Ой, там ульта отлича. Разбежались, вроде разбежались. Профукал он. Снова маледик на кунку. Мимо. Фласку кидаем в лича. Хорошо. Регеним ХП. Лич не уйдет никак. А тут ликантроп опасный. Подойти надо, чтобы регенились. Мека через 5 секунд. А, у него... Ничего, сейчас убьем. Кидаю стан. Ну и все, убиваем его. Минус 4. Отлично. Работаем. Ну, дальше по заказам там были БКБ всякие. Ну, я бы, наверное, на манку что-то собрал, потому что, ну, ощущается нехватка манки. Какой-нибудь Иулу, чтобы еще поднимать воздух там. И чтобы реген был хороший, и инты было побольше. Но это уж не столь принципиально.
Да, игра сравнительно недолгая получилась, поэтому я этого героя только-только начал... Ну, в частности, товарищ написал, что ульту не распробовал. Абсолютно согласен. Только разок я вроде юзанул более-менее сносно, но... Ой, а зачем я тут нахожусь-то? Че-то неожиданно не заметил, что никого вокруг из наших нет. Да, давайте Иулу я все-таки лучше буду собирать. И начну даже с Войдстоуна, скорее всего. Хотя, может, арканы, пока не поздно. И манки будет больше. Да, давайте арканы возьмем. Кура, правда, у нас далеко. Она на Пудже работала. Пошлю-ка я ее сейчас в магазин. В левый. Бери в следующую игру Рики. Я не беру героев, я играю только за рандом, только для того, чтобы их поузнавать. Не беру пиком героев. Это... Ну, потому что так придется играть за одного героя. Ох, опять хороший хук, опять минус Лина, но Пуджу тут будет сложновато. Одному-то против четверых. Довольно быстро его... Ничего в себе. Слушайте, давайте не надо камбэков нам, пожалуйста. Ну, понятно, там еще взяли. Я пооткидываю, конечно, там всякие станы. Не успел, кстати, откинуть из-за сала. Я по крипам там все равно это внесет определенный хаос. Кунка уходит вообще. Your middle tower is under attack. Фортифай-то нет. В лику кидаю, маледикт юзаю, ультую. Переключаю. Он, кстати, должен умереть, по идее, от такого дэмэджа. Я надеюсь, жду надпись тогда. Да ежишь, хорош. Маледикт хорош. Навтыкал с ультой и все. Ему дэмэджа. Yes. Так, подходим. Подходим, берем Войдстоун. Ой, какой Войдстоун? Блин, арканы же я хотел собрать еще. Все, арканы есть, жмякаем. Мог похилиться об дриаду, да, я этого боялся. Ну, дриада очень поздно пошла вперед, хотя она бежала уже с хилкой, насколько я видел, но... Я думаю, Ликантроп просто бежал к фонтану. Это такая, как бы сказать... ну, инстинкт самосохранения, что ли. О-о-о, курьер, 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 сюда, сюда, бамните, быстро, 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 спалили. Вот, халява. Красавчик. А кто навел? Правильно. Так, здесь Пугна, Никс в инвизе. Кунку метят. Делаю станчик. Пытаюсь сделать станчик. В лича пошел. Маледикт Кунку. Ой, корабль, блин. Чуть не вбил. Делаю реген, включаю меку. Нет, реген не делаю. Просто забыл реген включить. Что там у нас? Еще реген, еще реген, еще реген. Давай-ка тебе... Блин, страшно. Реген маны. Через полминуты только будет. Давайте Кунку. Конечно. Раз, два, три. Маледикт еще. Зря сделал. Левелапчик. Ну и как-то убогое направление на самом деле. Потому что тут... уже оно снесено. Ну ясно, под БКБ пытается... Ой-ой-ой, отдаться же можно же. Так, ладно. Делаем реген. Готовимся... Да, стан кинул, но не столь важно. Делаем меку еще. Вот меня, как саппорта, наверное, должны уже любить и уважать. Лина там станет. У нас тут трое, опасный момент. Их сейчас тоже трое. Урны и лечат меня. Давайте вот сюда вот пройдем, там хоть бараки можно убить. Прожимаю ботинки. Фласки неплохо.
Наверху, наверху есть что поубивать. Не знаю, что они ломятся. Давайте сюда, ребят. Вот. Так, сейчас маледикт ультимейт надо делать. Три, нас двое, третий внизу. Кура там что-то принесла еще. Я пока закуплю пару девайсов. Иулы нет, но она недорогая вроде. 500 всего стоит. Ой-ой-ой, далеко я убежал вроде. Там замес какой-то? Нет, просто с крипами воюют. Нормально. Сейчас тогда я здесь постою. Хорошо, постанил. Принял волну. Баунти там на хвосте, хотя здесь вот есть опять... Жук. Да надо идти, наверное. Надо было хелповать изначально. Под БКБ. Ликантроп, к сожалению. Ой-ой-ой, туда нельзя идти уже. Уже поздно. По моей душе уже идет дриада. Блин, я не уйду отсюда уже. Ёпрасоте. Да не уйду, там лика под ультой. Что делать, смириться? До магазина ДТП? В леса прятаться? Да не, вроде они решили не догонять, что весьма странно. Особенно... А, ликантроп, вот он где, оказывается. Ну, тогда без проблем. Тогда мне бежать никуда не нужно. Идем в центр, соединяемся с пацанами. Предлагаю трошечка гуфнуть. Я не фиксировал время, когда он должен был зарезаться. Надо будет эти моменты чекать, конечно. Одного направления у них нет. Преимущество по крипам очень хорошее. Сейчас Иула появится в инвентаре. Поэтому надо сейчас будет аккуратненько еще ее юзать. И опять все как медом намазаны и идут по центру. Видимо, стекаются к вражеским героям, потому что те вынуждены присутствовать при убийстве крипов из-за того, что крипы там помощнее получаются. Вот, по идее, конечно, нам нужно добить какие-нибудь несчастные бараки на другом направлении. Все как-то разбрелись по своим делам. Так, Иула дает нам и инту, и реген, и скорость передвижения, между прочим. Не знал, не знал. 35 для... Это половина сапог стандартных, насколько я понимаю. Не 50 там или сколько? 60 эти прибавляет. Видимо, только я один желаю погангать пацанов. Хотя вот вроде собираются. Пуч, давай сюда! Б, говорит Никс. О-о-о-о-о-о-о-о. Так, какая у нас будет последовательность? Сначала кидаем стан, потом врубаем тут же реген вместе со станом, потому что он пригодится. Можно кликнуть арканы, потому что все равно манка уже будет кому восстановить. Далее маледикт и выбираем место для ульты. Нет, прожимаем Иулу, поднимаем кого-нибудь наверх и делаем, делаем ультимейт. Ой, снизу идут, снизу идут. Алярм, алярм, алярм. Надо вписываться за Пуджа. Так, ну все не так вообще. Раз, два врубил реген. Сейчас просто умру я. Потому что там столько всего влетело в меня. Там и ульта, опять же, лича. И, короче, все пришли, отдались. Хотя просто участвовал, наверное, не все. Да нет, мне нужно вписываться только тогда, когда, понятно, вот уже... Пуч ушел, кстати. Пуч кого-то жрет. Нашел. Ликантроп под ультой. А вот он, кстати, может объяснить. А, нет, есть армор, который возвращает дэмэдж в течение там. Так, это у нас торрент от Кункевича рядышком. Вот он бегает. Но Кунка вообще вяленький. Он хоть и собрал Дейдалус, но, в принципе, у него... Ну, 3.11. Он самый такой фиданутый. Ждем, когда воскреснет герой. И надо за спины мощные уже прятаться наших героев. Ну, за Пуджа, например. Говорят, у него 5к хп. Так и есть. 5 косарей хп. 17 армора. Его хрен убьешь. Он с тарасочкой. С резистами повышенными. С регеном бешеным к здоровью.
Ну и из-за Тараски, и из-за девайсов, и из-за Стрэнджи. Он псих. 115 регена у него, 115 секунд. Это... Найс. Рошана сейчас будем убивать. Там подходят, говорят. Так, ладно, еще раз, Михаил. Значит, начинаешь со стана. В прошлый раз было 5 секунд до КД. Да не, надо уж убивать. Все, все ушли. И, как обычно, я остаюсь один. Руны нет, ничего нет. Там кура, кстати, бегала. Ой, по мою душу, по мою душу, по мою душу, по мою душу, по мою душу. Так, делаю реген, врубаю меку. Готовлюсь его станить. Делаю маледикт. Врубаю ульту. Стреляю, 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 стреляю. Зря он. А, он проатаковал, блин. Ёпер СТ. Да, маледикт тут. Хотя, сколько там дэмэджа? 1111. Да опять я вписался за пугну, никого рядом не было. И ничего. Там башер, да. Ульта. Пере это самое. Ультуешь и в инвиз? Так почему говорят, что мека перебивает, а Shadow Blade не перебивает? Тот же самый предмет из инвентаря. Про ветер не забывай, зачем купил как тогда. Да он под БКБ бежал, а потом я решил застанить, а потом я решил... Маледикт скастовать, потом ультимейт. Но... Интересно, если противник крутится, по нему ульта стреляет? Ой, Рошик не наш. Слушайте, тут не все еще потеряно. Ой, какие криты от баунти. Блин, да он псих. МКБ, Баттерфляй, Баттерфьюри, Башер, Владимирс и Фейзы. Ничего в себе. У него дэмэдж плюс 273. Ну, вот это наш... Керри, кажется, это называется. Псих, другими словами. О, пуч. Такой поросенок. 5600 хп. Начинает сражаться, но пуч, кстати, здесь может и... Надо сейвить, сейвить нашего добряка толстяка. По-быстрому. Иулой пытаюсь лику поднять. Не получается. Кидаю станы. Поднимаю торрентом. Фигня какая получилась. И лагуны меня минусуют. Пошли отдавашки что-то с моей стороны. Я надеюсь на Баунти Хантера. Он убивает одного. Две очень легкие цели. Далее. Там встал ликантроп под... Ну, у Баунти Хантера своя цель. Ему, в общем-то, как можно быстрее убить нужно просто, и все. Денег он получает миллион. Ну, у него сейчас на руках три косаря. Убил. Получил еще там 300... Хотя почему? Неужели Трак спал? Дабл килл от ликантропа, Баунти Хантер! Вот здесь вот он, вот здесь вот. No, nine, nicht. Баунти Хантер не следит за игрой, к сожалению. Он мог бы попробовать вписаться. Ну ничего страшного. Зато вверх снесли. На миду тоже проблема вроде есть. Определенного толку. Ликантроп очень бит. Ну вот разве это не цель? Цель, конечно же. Выстрел, марка, ультимейт, БКБ, да пофиг. Все, 4700, здравствуйте, на руках. 4700. Можно подумать даже о рапире сейчас. Только вместо чего? Вместо Владимира или Баттлфьюри? Куда, интересно, он потратил бабло? Да, Алина, минус. Почему бьет крипов, тоже непонятно. Ну ничего страшного. Это все уже лирика, потому что мы все равно вроде здесь выигрываем. О, корабль влетел в Никса! Not bad. И Баунти Хантера все-таки Лина убила лагуной. Надо дефенсить сейчас, потому что их единственная возможность это какую-то контратаку провести. Но я слабо в это верю, потому что можно просто атаковать вот так вот, и все. Они, конечно, собираются. Но пуч
пуч на направлении, а мы будем там со станами, с иулами, с фортифайтами. Просто держать. А вот они четко идут прям убивать. Кстати, я мог кайтить всю эту гапшу. И должен был кайтить. Ну, просто вот кидать станы еще на подходе. Там же нечем за это самое меня наказать, получается. И все, выигрываем просто время. Там иула, неважно. Маледик кидаем. Реген врубаем. Ой, опять я вперед высунулся. Ну что ты будешь делать, а? Вот куда я полез? Они сносят бараки, нужно фортифай делать срочно. Вот куда я полез? Стрелял бы и стрелял себе флаской из-за башен. Ой-ой-ой, пуш решил вернуться. Сжирает ликантропа? Легко. Убивает крипов, хотя получает прилично. Лина очень рискует, минус Лина. Лич тоже вяленький очень, очень вяленький. От хука не уйдет, да и так не уйдет. Все, минус все. Да, зря я так полез. У Маледикта довольно маленький рейндж получается. Хочется его скастовать, но приходится подходить поближе, к сожалению. Такую игру слить? В смысле слить? Мы никак не можем здесь слить. С таким пуджом, с таким баунти-хантером мы не сливаем тут никак. Это я саппорт тут могу отдаваться уже. Но с пугной вместе. А вот этих вот парней так просто не это самое, не убить. Мне вот любопытно, на что все-таки он тратит денежку? Баунти Хантер-то. На бояуты? Все, идет на лом, фортифает внизу. Тут и на мейн башнях проблема, и справа тоже проблема. Снесли башню центральную, уже бьют трон. Да, трон довольно живенько убивается, это good game. Потому что бараки ниже не отбиваются, и трон падает даже раньше. Пишем ГГ. И это, как это ни удивительно, вторая победа за сегодня. Давайте еще разок сыграем. А, апнул башер он. Понятно. Я даже не знал, что башер можно апать. А, да, можно же. Точно. Точно, 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 во что-то можно. Давайте, наверное, последняя игра. А что за шмот получил? Я не интересуюсь особо. Ты спрашивал, Shadow Blade, механика Windwalk'а не считается за действие. Ох, спасибо, понял. А, комментарий, ёпрысоты, что же я так штампую-то без чтения, обещал же. Там показывают вот таких вот Windrunner-рак. Олпик, берем рандом и... О, Бладсикер. Веселый, аркадный, быстрый герой. Этериал Блейд наносит урон в зависимости от твоего основного атрибута. Играя за морфлинга, перекачиваем все усилия, увеличиваешь урон этого артефакта. В то же время, после активации, кидает на тебя баниш, не позволяет атаковать, но увеличивает, получаем магически. Таким образом, комбо Этериал Адаптив Страйк 2 обилка, при сильной прокачке ловкость, наносит внушительный урон. Понятно. Делая отвод стакой мобов. Не умею. Так. Комментов не так много. Там картинки всякие повставляли. Так, Bloodseeker, надо вспоминать, было... У него там увеличение урона с одновременным сайленсом, насколько я помню. Потом пассивка, которая увеличивает скорость перемещения в зависимости от количества ХП у вражеских героев. То есть, чем, ну, если есть раненые, то мочит. Ульта, соответственно, двигаться нельзя. А,
И пассивка на восстановление здоровья по... после убийства юнита и героя для фарма, соответственно, отличная штука. Давайте выберем какую-нибудь сборку интересную. Я чатик еще открою. Надо все-таки чатик. Ну, иногда подлагивает. Давайте возьму какой-нибудь гайд. Ага, урна, фейзы. Урна, фейзы. Я бы, наверное, сразу апнул еще агилку. А Джордан не нужен, в принципе, сильно. Да, наверное, пару носок сразу возьму. Потому что, насколько я понимаю, по Man Shield он работает, в отличие от обычного щита, он гарантированно от героев блочит урон. И вначале он очень хелпует, конечно. Так, ладно, что это? За убийство, да? Значит, второй скилл это у нас Аджор получается. Убийство героя восстанавливает в процентах. Если в радиусе 325 умирает герой. Понятно. Позволяет лечиться каждый раз, когда вы ласт-хитите или даже своего добиваете, что важно. Это тот способ, каким Бладсикер остается всегда на линии. Если хорошо ласт-хитить, то можно качать только на один левел до 6 уровня. Понятно. Так, а дальше у нас, значит, увеличение урона из сала на 6, 7, 8, 9 секунд. Увеличение от 30% до 120%. Ой, дровка, блин. Хорошо, у нас снайпер есть. Ёпер, СТМ. Добиваем. Стараемся добивать и... Бьем, бьем, бьем. Сейчас надо на линии постоять хорошо. Ну, тут мы, получается, два товарища, кому хочется бабла. Надо его как-то делить. Ну, в принципе, не знаю, насколько нужно стики собирать, потому что вроде выстрел дровки не считается за... Не считается за каст... Замораживающий имеется в виду. А сало накидается довольно редко. Так, что по увеличению урона пишет? Silence really good. Gives you allowed to silence оппонентов instead. Пошел каст от тени довольно странный. На втором уровне причем. Я отжираюсь весьма сносно. Нужно сапоги, наверное, побыстрее купить. Даже не буду. Добиваем. Стараемся. Нет, не сносно. Так, ладно, значит, сапоги, да, сапоги на 450, если дойдем до магазина, соответственно... О, рейнджерка довольно нагло вышла. Чего ты вышла? Это подруга дней моих суровых. Динай делают. Мы тоже стараемся динаем. Слушайте, весьма сносно я тут ласт-хичу. Пока. Стараюсь. Ой, я не купил. Так, а ему, наверное, какие-нибудь фейзы, да, нужно для скорости перемещения и для, соответственно, для урона дополнительного. Что ты делаешь, друг? Не дает мне отожаться. Фейзы хорошо. О, можно проатаковать этого товарища. Раз. Там у него не должно быть маны. На один прокаст только хватает. Давайте я освобожу стиками место в инвентаре. Блин, плохо как, а? Надо топорик, наверное, брать, если руки кривые. Так, они по 450, насколько я помню, когти, да, у нас. Эй, не надо. Сейчас мог стан просто пройти от тени, там у него уже есть мана. На третьем левеле он как кастанул бы станчик под туреткой и рейнджика бы сверху навесила бы своих. Мне, наверное, можно даже в такую легкую аркадку идти, потому что я могу же...
Быстро довольно-таки отхиливаюсь, получается. Так, ладно, значит, это увеличивает урон, но делает сало. Мне-то, в принципе, ничего не нужно кастовать, если скастован ультимейт. Ой-ой-ой, ловит снайпа. Спокойно. Надо аркадить, надо использовать то, что мы отжираемся. Берем пассивку, сколько там процентов? 30, да, скорость передвижения, сколько? А, уже. Уже ФБ. Так, освобождаем местечко. Кто у нас там? Это враги сделали ФБ. Увы. Беда. Блин, дырка вообще никакая. У нее сапог нет. И она третьего левела. И она никак не это самое, не отхилится, если понадобится. То есть ее, конечно, нужно пытаться как-то Блин, они, кажется, трутся исключительно из-за того, что мид мисс. Надо проверить, леса у нас вардов нет. Мало ли кто выскочит. Вот Shadow Fiend. Закидывают на рифла. Блин, убью же сейчас. Но я тебя не буду бить. Что мне тут сделать еще? Он как раз отбился от стаи. Давай, убивай. Блин, стан накопил все-таки ману, а? Догони это с сапогами. Так, берем второй скилл. Может быть, у нас сейчас, кстати, будет... Блин, дэмэджит. Так, давайте пока возьмем... Ага, ушел. Причем дырка никакая. Реально дырка никакая. У него меньше половины хп. Если у меня пассивка нормально работала, я бы... Сейчас пойду отожжусь лучше на крипах. Возьму фейзы. Никакой там лечилки мне не нужно. Чего тут? Отожраться, изи. Можно было не брать даже скилл этот точно. Вон уже полный хп. Так, поднимаем, делаем фейзы. Нам говорят, урн надо еще сделать. Соби маска особо не нужна. Но это на килсы ее расчет. Что, мол, если будешь... Ой, дырка. Блин, вот и бы ее... Хорошо, там Мугур, кажется, хочет что-то сказать. Появилась ульта. Ульта у нас интересная. Ульта не позволяет противникам спокойно убегать. Я хочу попробовать эту тему на Dark Ranger'ке сначала за... сделать, заюзать. Мугур там шипит в микрофон. Четвертого левела. Да это вообще изи фраг. Просто изи. Жизни нет у человека. Давайте я даже подожду, чтобы она прошла вперед. Наверное, даже побью крипов, чтобы не терять время. Там все равно... Ага, Shadow Fiend на... Иллюзию взял, причем хитов у него там не было. Тини пошел в магазин, я пропустил этот момент, можно было... А, это дырка была, блин, вот я Вася. Давай. Ты очень хочешь пойти вперед. Очень. Фармировать-то надо, да, подруга? Ага, вижу. Все, пошел луль и до свидания, извиняй. Хотя, блин, тут Тини... Нет! Круто как, а? Мне не помешало бы, конечно, помощь снайпера, но я сам виноват, что полез на Тини, зная, что будет стан с небольшим количеством хп. ХП у меня было немного, потому что я начал с кентаврами, типа, фармить. Но этот плотный, не по зубам мне, в общем, фигня получилась. Инита надо было добить. Да у него было 40% ХП еще где-то. Так, короче, берем две перчаточки, бежим сюда. Первый навык на Тини сало. Так не хочется вообще на Тини кастовать сало, потому что он с руки тогда ударит в процентах. У него и так соточка где-то. А, нет, 85 всего. Прилетает Skywrath Mage, убивает нашего друга. Значит, задача. Урна, фейзы, не забываем.
Собимаска нужна и рецепт. Хорошо, собимаска, рецепт. А зачем мне вообще урны, если я все равно на крипов хиляюсь? Чтобы кидать урны на противников? Странно это все. Я не понимаю просто сакральный смысл урны. Для человека, который даже после убийства героя... Так, Тини что-то пришел тут ваншотить. Ладно, наверное, тебе сало. Не может кинуть стан. Все, отступим. На крипах отхиляемся. Там была, кстати, ульта. Но я не знал, что там впереди. То есть там враг или нет. Не знал я, потому что Вася. Надо следить за картой. Овк. Добиваем своего, это ХП. Да, мог убить. Если там никого не было, я бы мог его убить. Но если бы там была рейнджерка с замораживающей стрелой, я без третьей пассивки бы не догнал его. Там, судя по всему, никого не было. Вот ты ж ежик, а. Так, ладно. Тини там выхиливается на листьях. Блин, а что-то у нас статс такой, надо выправлять срочно. Надо вписываться уже, как только мы наформируем базу. Так, есть субимаска. Куры берем, несем. Куры не апнутые, ёпрсоте. Да трэш. Пошел Бладмейдж, уверен, что у него ноль сколько-то там. Не, 1-1. Ничья. Ага, Дроу Рейнджер дискается, но это не наши команды. Снайп что-то обнаглел, начинает ластхидить специально. Такой подлец. Так, покупаем субимаску. Бежим на фейзах навстречу. Вот, минус нули. Я даже не понял, как это произошло, но как-то произошло. Берем бранч. Тини. Меня смущает то, что у него стан, понимаете? Он меня может остановить вот таким вот образом. Тем более, не факт, что он здесь один. Да, Скайрат Мейдж. Это арба, я узнаю ее. Что такое? Типа катать Тини? А справа нет, не проверить. Мага 9 левела, ну ок. Кидаю ульту, короче говоря. Тини побежал, бежать он особо долго не может. Кидаю сало на него, чтобы он не смог вставать. И катаем его. Били хорошо. Максю пассивку. Да, если человек маг, то сало кидаем на него. Если... человек милишный, то на себя можно скастовать этот спелл и увеличишь урон. Получается так. Так, мне нужно поохотиться на самом деле уже на магов потихонечку. Что там у нас? Oh heavens. Как она там? Санжи, да? Я же через ловкость вроде как должен. О, я бы Яшку собрал. На дэмэдж, на скорость перемещения. Ну, у них дроука минуснулась. Ну, еще не минуснулась, но она близка к этому. Ну, ясно, инвокер еще мне тут добивает. Так, ульта довольно быстро КД имеет. Надо пользоваться этим. На магов охотиться вот на этих. Давайте я даже на перерез пройду. Что он явно будет... валить. Посмотрим, кто может в лесу. А, нет, не валит. Да, надо попугать товарищей, потому что они уж больно... Интересно, есть там вард или нет варда? Есть, судя по всему. Потому что на магазине последняя надежда называется. Да, он там. Блин. Ага, хорошо. Да, убиваем. Можно туретку пропушить, в общем-то. Руна инвиз, говорят, лежит. Видимо, наверху была. Ее уже взяли. Так, берем... А зачем? Надо было первый максить. Зачем нам Bloodbath?
Если и так хилка есть, ее хватает. И неправильный билд, наверное, все-таки не по мне. Опа, опасно. Мипа кидает. А, блин, серьезно? Серьезно, Мипа? Он же не должен быть. О, хотя их трое уже. Блад, ульти. Ой, этот. Телепортируется. Мипа, к сожалению. Их там много, и ничего не сделать. Беда. Да, но он мажет хорошо. Хотя можно биться, наверное, вот сейчас этого убить. Урну кинуть. Скайрайт Мэйдж там ультует. Блин. Надо валить. Это мне за убийство героя дали деньгу. От арбы уйдем. Урну юзаем, возвращаемся назад. Делаем на него сайленс. Давай, беги, беги, беги. Бладсикер должен сейчас вообще заряжать по полной программе. Все, делаем ФЗ, он вставать не может, к сожалению. И добиваем его. Стики заюзал. Урну я заюзал, но без толку. Пропустил удар. Ладно, убили. Убили, убили. Так, давайте что-нибудь на дэмэдж все-таки. Хевенс, уклонение. Зачем ему это все, вся тема? Почему? Почему, я не пойму. Тини идет. Ну, давай, попробуем. Сайленс на него сразу же. Хотя с руки, видите, как получаю. Ох, хорошо, хорошее лечение. И убили тени. Отлично. Он там скастовал стан, но было уже поздновато. Ладно, 2-300. Надо что-нибудь купить, наверное, да? Мне больше Рейденс на самом деле нравится. Всегда близко. Пошли нецензурные высказывания, надо сразу заблочить Мугура. Как кто еще у нас там был? А, Хох, да, тоже Хох. Такие пацаны смелые. Фигня какая-то. Хевенс искалечить. Давайте алебарду, да, возьмем. Ладно, Сэндж на ХП и искалечить. Бог с ним. Стик продадим, возьмем пару ТП, сюда приджонимся по-быстрому. Блин, там мипа дофига. Что-то это опасно. Ульта, сетка, ёпар СТ. Да ладно. Да, не стоило недооценивать. И вообще счет-то не в нашу пользу, между прочим. Ну так, к слову. Зря я отдался. Напрыгивают. О, хорошо, тут Нага с этим Сомнинайтом могут своими скиллами массовыми хорошо этого мипа поубивать. Хотя вроде мипа пока убивает. Крушит, ломает с транквилами. Вот один есть, мипа убили. Инвокер, неплохо. Хотя снайп умер. Skyrite Mage минус. Но дырка, кажется, не отпустит. Хотя можно попробовать вписаться. Фейзы юзаем. Блин, 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 блин. Не успею я, не успею до нее. Телепорт особо не прибавил бы к скорости. Но если она в центр сейчас пойдет, у нее же полный ХП. Она может подумать. Или вот этого товарища гуфнуть. 11 левел. Блинк-даггер только у него. Если начало... Если ульту накинуть, то как бы уже не важно, блинк-даггер, не блинк-даггер, все равно не уйдет. Там предлагают башню защищать, но я все-таки этого... Shadow Fiend'а попробую. Он то ли в магазин, то ли ушел. Я надеюсь, что он до магазина и обратно, вообще-то. Если нет, то беда. Там мне без толку сейчас уже гоняться. Блин, надо было здесь хлоповать. Черт возьми. Ладно, телепортируюсь тогда нафиг. Так, что ж делать-то, что ж делать? Три героя, ХП мало у дырки. Хорошо простреливает. А давай вот так вот сделаем раз. Так вот сделаем двас. Чтоб не бежал Тини. Он не бежит, урну в него кидаем. Тени сейчас добьем. Назад, фейзы. Дырку вижу. Хорошо, поехали, поехали, поехали. На себя, наверное, я скастую, чтобы больше был урон. Мне кастовать не нужно. Отлично, Skyrite Mage. Юзаем раз, юзаем урну. Фигня получилась. Да ладно. И Shadow Fiend здесь. Да, достаточно давно он ушел уже слева.
Зря я очень аркадно играю. Очень аркадно. Купи форстав, кидаешь став, толкаешь им. Блин, идея это классная. Жалко, правда, что за это придется отдать больше 2 косарей. Инта-то тебе не нужна, фактически. Реген здоровья тебе тоже не нужен. То есть тебе... Ты покупаешь став только для того, чтобы человека толкнуть и лишить его хп под ультой. Не, мне сейчас, наверное, другие нужны приоритеты. Ой, там Рошана бьют. Ёпарасете. Ультуй! Мипа, Мипа, один очень битый, красный. Туда вписываться так не хочется. Да-да-да, но они раздраконят его довольно быстро. Мне нужен талисман of evasion. Да ладно, они отступили? Или кто-то один там остался Рошана бить? У него не так много... Ну, в смысле, у него так хп. Средненько. Да, вот Мипа светится. Типа, его можно подбрить. Если мы сделаем на него... Он телепортировался. Да не, если бы я на него сало успел кинуть, то он бы не ушел никуда. Мне нужен ТП, нужно давить башни. Мы ни одной башни у них не убили. Вот сейчас, кстати, хороший момент эту башню добить. Добил, хорошо. Я пойду за ТП лучше сразу же. Да, опасно. И Bloodseeker должен находиться постоянно на острие. Вот, например, сейчас, скорее всего, нужно телепортироваться по центру для того, чтобы посмотреть, как Омнич отдастся. Тут уже Аганим и 17 левел у Мипа. Нифига б себе. Блин, да как? Battle Fury нужен. Все-таки накидывают. Нага пытается уйти. Ее ловит. Иллюзии ее ловят. Ну ладно, давай. Ну, фиг знает. Один Мипа уходит, но... А он зря уходит. Минус Мипа. Я прокачиваю первый лучший скилл. Фейзы пошли. О, Дарк Рейнджерка. Ну все, значит, минус она. Тут никто не помешает. Скайрайт Сайленс не работает на этот. Но есть Тини. Довольно фейзы юзаем. Он пытается отъесться. Делаем на него Сайленс. Рановато, он разворачивается. Он плохо разворачивается, он думал, стан будет. Минус 2 сделали. Так, давай-ка купим этот, как его? Лол Блад, плиз, что? А, типа я его не прикрыл? Сейчас попросит. Don't silence him that way. КК. Да мне не страшно было, в принципе, урон его. Мне страшно было, что он уйдет под этим. Так, а алебарда у нас что, обезоруживает? 3 секунды, да? Значит, фейзы по КД. Стики убираем. Еще один ТП купим. И поехали, например, вот сюда вот. Через ТП, сразу вот сюда вот. Крипов соберем. Я, наверное, сейчас... Так, форс, нет. Наверное, я рейдинс какой-нибудь соберу для урона. Хотя нам сколько дизейблеров дофига. Предлагают Рошана добить. Отдельное предложение. Жалко, что я не поддержу, потому что нахожусь далеко. АТП на КД. Такая вот беда у меня. Опа, по центру катают. Справа беда. Блин, по счету мы, конечно, дно на дне дна. Так, вижу одного. Скарат мейдж разультился. Давайте ульту на него заюзаем. Он вроде здесь был их двое они были. Сало накидываем. Фейзы юзаем. Дырка приходит. Блин, да ладно.
Он что, уйдет еще? Ой, хорош! Хорош. Говорят, юзай сайленс на себя. Кидай на себя первый, когда крип. Ой, Мипа там Рошана убивает. В пятером. Бояут не сделать. Да, урну можно было кинуть, точно. Инвокер вроде уходит. Отвлекли от Рошика, это тоже хорошо. Мне по-хорошему Рошана собрать. Овк, но, блин, я один не сделаю. Мне ХП не позволит. Ты насобирал фигни, хреновое руководство с большим количеством плюсов. Но я чувствую, что и сам билд, и предметы непонятно для чего. Ну, может быть, я просто не умею готовить. Has fallen to the dire. Ой, там Мипа битый. Давай, 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 сейчас ульту сделал. Нет, не сделал ульту. Надо бежать быстро отсюда. Под фейзами. Да ладно. Мипа что-то какой-то дикий. С инвизом еще раскидался. Да ну, это трэш. Что-то получается какой-то. Скорость большая, там есть битые товарищи. Ну, вот Мипа, скорее всего. Но я не знаю, как мы защищаться будем. Тут все наши... Все наши в страхе убегают. Я, пожалуй, возьму Тини тогда заберу. С ультой, пока пацаны там развлекаются. Фейзы. О, ёп, ПРСТ, нифига б себе. Да, Тини меня вдарил. Он Shadow Blade завязал вроде. Ну ясно. Этого мне не хватало. Да. Да и дэмэдж у меня не очень вроде. И... 6-5, 0-5, 9-4. Инвокер молодец. А я много ошибался. Много ошибался. Слишком много. Ульты-то нет. Да, ульты не было. А толку? Я бы все равно даже не простоял, даже если бы на нем ульта была. Меня лапкой бы добил. Сайленс на себя, это круто. Так а в чем смысл? Я должен был дэмэдж увеличить, чтобы его с руки побить. Прекрасно осознавал, что... О, хорош. Сейчас надо Мипа забрать. Секунду через... Ой, нет, снайп, прикрой. Снайпери последнего дальнего. Ну, ёпарасэте, что ж ты делаешь? Где у тебя ульта не юзана? Жалко. Как же жалко, а? Телепортируется и уходит Мипа. Хорош. Блин, я поохотился. Вообще, моя задача не в рейло убивать пацанов, а охотиться. Вот сейчас попробуем Мипа мы. Хотя у них там транквилы юзаются. Давай вот на этого ульту тогда. Да, вот так вот. Ой, надо было урну завязать. Заюзнул урну, убил Мипа. Главное свои ошибки потихонечку исправлять, а то так и останусь бобром. Мне кажется, все Shadow Blade надо. Shadow Blade хорош. Да, и подкрадываться незаметно, и уходить благополучно. И там вроде Агила и юза алебарда. Сейчас надо было я алебарда юзать, на кого из пяти Мипа? Так, ладно, давайте попробуем тогда... Может, БКБ? Какой БКБ? Наверное, с Энджи Яшу буду собирать, потому что сейчас такая ситуация опасная, что можно гуфнуться в любой момент. Я потихонечку буду... Потихонечку буду агилу себе наращивать. Опачки, а вот это кадр. Это интересный кадр. Возвращает урон, нифига б себе. Да, его инвокер один запилил. Я добью, не возражаешь. Можно, кстати, вот этого... О, нет. Там их неизвестно сколько, поэтому... Блин, такой он жесткий.
Что ты меня типа спасал? Не стоит. Не стоило, не стоило. А, Сэнджи Яша не будет Сэнджи работать, насколько я понимаю, да, типа? Надо собирать Blade Mail. Blade Mail. Blade Mail. Что это? Армор, урон, возвращение урона. Хорошо. Фигня, конечно. Так, вон справа есть пара клиентов. Хотя, черт его знает. Клиенты это или нет? Да, пожалуй, это были типа клиенты. Там по центру кто-то был. Мы очень неслаженно работаем. О, есть Мипа. Один. Ультую на него. Чтоб не убежал. Поехали. И убиваем его. Нормально. Урну кидаем на дальнего. Добиваем его. Хотя он псих, конечно. Теряем Омнинайта. На фейзах типа уходим, но я сомневаюсь, что нужно. Что-то я во всем сомневаюсь. Не вижу я подходящих, не понимаю подходящих девайсов, какие нужны ему, Бладсикеру. Может, криты собрать на дэмэдж. Скорость вроде у него атаки сносная. Да, давайте я кристаллис. Хотя мейл... Мейл хиты не даст. Что он даст? В принципе. Blood mail. Blade mail. Урон интеллекта и возвращает... Возвращение урона. Блин, мне еще эту штуку контролить. Не справлюсь я. Ой, понял. Не прав был. Сейчас меня накажет. Так, все, чуть-чуть назад. Хильнемся. И, наверное, все-таки кристаллис возьму. Кристаллис. И собирается тоже весьма сносно. Ой. Ну да, также собирается. Так, ладно, значит, эту штуку юзаем на тех, кто атакует с руки. Сало кидаем на магов, если что, бафаем себя. Фейзы по КД. Ну, почти по КД. Сейчас без фейзов бегаем, потому что... Ну, вдруг пригодятся, вот как сейчас отступить. Форстав бы тут спасал без проблем. Ну, ой-ой-ой, там уже... Блин, Skywrath Mage там, наверное, уже натырил. Хотя это Silencer тырит. Берем когти и ждем. Снайп, нага. Ёпрес это, ну как тут? А мне суваться до тех пор, пока у них там не будет... Ой, Мипа полез. А, жесть. Укрепляем. Давайте я Skywrath Mage остановлю. На себя. Нет, наверное, на... Блин, не знаю, на кого. Ой, фейзы завязал. Ой, вот это вот. Да, все, здесь убили. Здесь подкинули, я типа пытаюсь уйти. Эту юзаю, фейзы юзаю. Это не заюзал. Ульт. Не, ничего не получается. Все зря надо лечиться. Увеличен еще дэмэдж от магии. На кого там алебарду юзать? О, сейчас надо Мипа убить. Мипа, лечись. Побежал. Сразу же. Вот в этого товарища. Поехали. И убиваем всех Мипа. Отлично. Берем кристаллис. Есть там кто битый? Нет убитых. Но Мид нам снесли уже. Мипа выкупился в игру. Такая он псих. Так, кристаллис и доедалос, наверное, да, нужно потихонечку. Где манаэдж копить? Понятно. Кристаллис есть. Мипа нет. Мипа, я чувствую, меня один в один изи просто укатнет. Довольно плотный он. Blood calls to blood.
И главное, народу столько много, так много спама, что... Ну, не знаю. Инвокер, наверное, лучше всего с этим всем справляется, чистит. Наверху говорят... Оп-па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 -
Да это ульта Скай от Мейджа, жёстенькая. Кидает свой третий скилл с увеличенным уроном. Аганим улучшает ульту. И ульта, которая вот 2 секунды наносит там 1,5к урон. Или там сколько получается, не помню сколько. Нельзя так отдаваться. Пытаются наверху убить Shadow Fiend. Ну я косячу, конечно, жестко косячу. Ульта там 1200? 1200, кажется, без аганима. Ой, тут неплохо, конечно, инвокер, но... Тяжело. Блин, вот если бы я сейчас был жив, можно было пособирать, а так... Так ерунда, я фактически команду подвел все своей смертью. Боя вот не сделать. Ульта форстав враг умер. Ясно. Your bottom barracks has fallen. Your bottom barracks are under attack. Пробуем. Блин, там мипа, конечно, жёстенький. И Shadow Fiend красивый. И, наверное, нужно... Ботом все равно мы не спасли. Ультуем. Раз, два. И убиваем. Ой, там опять этот... Skyrat Mage. Сколько у него? 1200 урон. Причем у него аганима нет. То есть он просто уменьшает сопротивление на 36 и... Да, это ГГ, пацаны. Это ГГ. Разница по счету сумасшедшая. Не юзай никогда топ-билды, они не для новичков. Они не для новичков, путаться будешь. Я, если честно, первый раз на такой билд наткнулся, который не понял. Your middle tower has fallen. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Ладно, бывает. Dire's courier has been killed. Your ancient is under attack. Эх, ладно, я думаю, разок еще сыграем. Пишем ГГ. Не, ну ошибался, конечно. Бладсикер — это такой герой, который должен скорее хвосты подчищать. Может быть, базовым инициатором, конечно, выступать, но его задача как раз вот гоняться и охотиться на таких подбитых пацанов. Ну и надо было, конечно, попробовать форставчик, потому что слишком многие... рекомендуют его. Гораздо полезнее начальных скилл Бладсикера на врагов. Урон слабо не даст, зато Саланец получает периодический урон. Ну да. Shadow Blade самый лучший айтем в паблике, особенно при таком приоритете. Редко варды просвет покупает, подходит любым героям. Да, Shadow Blade очень часто помогает. Вроде как и фармить нужно, не всегда... Саппорты ставят варды, то есть ты не застрахован, что тебе там со спины кто-то подойдет. Конечно, если СС грамотно, если у самого мап-контроль хороший, что ты четко следишь, но не всегда даже это возможно. Ну, прям точно знать, где кто находится. Вот, поэтому Shadow Blade... Правда, и минус Shadow Blade в том, что ты должен нафармить тысяч... Ну, короче, 3 косаря в 2 приема, 1400 и 1600. А это не всегда получается. Любой билд, в принципе, бред, ибо не бывает одинаковых матчей. Все предметы ситуативные, собираются всегда по-разному, в зависимости от пика противника, союзника, в счете ситуации на лайне.
Правильная мысль. Так. Вот товарищ пишет: «Майкер, ты шаришь больше, чем думаешь. Билд был действительно не очень. Сало ты в бою юзал правильно. Не все советы, что тебе дают, стоит принимать». Ну, я все-таки думаю, что я пока очень-очень-очень-очень-очень не очень. Но надо исправляться. Собственно, для этого и играем, соответственно, для этого и с вами стримим и комментируем, чтобы разобраться. Так, Валерий, давайте посмотрим, что нам дадут на рандоме. О, Сларк. Сларка у меня не было ни разу. Ни разу не было. После небольшой задержки жертвовать небольшое количество крови, что снимает с него отрицательный... А, дебаф, короче, да? Наносит всем вокруг поблизости. Получает 50% от нанесенного этого урона. То есть 75 из... задержка еще 1,5 секунды, понятно. Dark Pact. Снимает дебафы. Паунс прыгает вперед, хватая за первого героя, попавшегося на пути. Радиус привязки 300, приблизительно понятно. Расстояние 700, тоже приблизительно понятно. Враг получает урон, привязывается к Сларку, что позволяет двигаться только в определенном радиусе от позиции приземления. Понятно, более-менее. Крадет жизненную сущность вражеских героев, при атаках выкачивая из них все атрибуты, превращая их в дополнительную ловкость для себя. Ловкость получает, атрибута в сумме единичка. На длительность до 2 минут. Ёпрессете. О, что-то много у него всяких тем. Я все равно возьму какой-нибудь билд. Хотя бы, чтобы по скиллам не теряться. Так, Сларк срывается в облаке теней. КД 25, маны... здоровье в секунду. Что это? Здоровье восстанавливается? Ага, передвигается быстрее, восстанавливается здоровье 5,5 секунд. Доп. Скорость перемещения. Понятно, типа подкрадывается, да? Подкрадывается, действует и быстро-быстро-быстро передвигается. Регенится еще. Так, Сларк это жизнь существа, вражеский враг, но выкачиваясь из них атрибуты. Джампи-джампи. Джафа Сларк. Ладно, давайте возьмем какого-нибудь. Так, щиток Яша, Стики, Арба, Башер, Саша, Яша. Хорошо. Раз, два. Хилку, говорят, надо брать. Ой, как опасно-то, а? Это бом-бом. Давайте я все-таки тангусиков возьму дополнительно. Закуплю веток, наверное. И, наверное, возьму даже... Пудж дисконнект. Хочу рецепт, наверное, на стики взять, чтобы не бегать туда-сюда. Ну, конечно, вопрос, кто будет на лайне стоять, но... Может, топорик взять, чтобы фармировать лучше. Нет у меня какой-нибудь... Ну, вот этого только добивалка себя бьет. Урон 60. Интересно, какие у него бафы идут. Каждый левел. Щиток Грейдани. Кстати, да, щиток можно на Агилу грейдануть. Это компромисс между защитой и уроном. Да, наверное, это правильно. Сейчас два зеленых носка возьму. Хороший вот этот вот по Man Shield. Он и плюс 6 к Агиле. Соответственно, скорость атаки апается, броня немножко апается, урон апается. И повышается косвенно шанс блока. Выходит, да? Так, давайте я... Нет, свой дом я не хочу стоять. Ха-ха, тут с Vengeful Spirit. Да ладно. Ну ладно, свой дом тогда. Пойду налево все-таки. Так, а что у нас там по билду, по способностям? Прыжок третий, первый. Прыжок-прыжок, да? Еще разок. Прыжок. Рейндж какой? В7. Оп! Спокойно, Михаил. Так, урон на...
Прыгнул. Я думал, надо указывать, куда прыгать. Он сразу прыгает. Прыгает вперед, получается. Вперед. Я мог бы еще там застрять. До следующего КД. Так, у нас тут фантомка и темпларка. Две ассасинки. О, сайленсер очень хорошо здесь хелпанет. Вообще здорово. Правда, и в него сразу полетит. Да-да-да, сайленсер тут очень может здорово хелпануть. Так, мне боты нужны. Так, хорошо, ты прыгаешь, значит, еще и привязываешь, да, на 3,5 секунды. Неплохо, если попадешь. А рейндж там был приблизительно... 600-700, да? Стараемся добивать. Блин, сайленсер что-то наполучал. Я, конечно, тоже наполучал. Ну, он хорошо, агрессивно. Если манку купил, манки не купил. Это зря, конечно. Сейчас же без маны останешься. Так, следующий скилл это у нас пассивочка. Крадет жизненную силу. Это после килса или что? Или после удара? После удара, видимо. Max and seconds, after putting in dark pact. Что-то там с Dark Pact'ом связано. Вася. Не добиваю ни черта. Так, ладно, сейчас хильнемся. Темпларка довольно битая. Можно ее... А вот фантомка уже отожралась. Хорошо, сайленсер разводит их на косты. А быстро, кстати, развел. Сейчас еще мне в спину кинжал. Не, не хотят. Вроде анимация у него весьма сносная. Добивается, хоть и с задержкой, но нормально, как вы видите. Нужно взять ботиночки. Я немножко наблатыкался добивать крипов, уже видно по статистике. По себе ощущаю, что... О, неплохо. Поглощает там темпларка, правда, дэмэдж. Но чувствую, что скоро уже можно вырываться. Сапоги нужны, сапоги, но до сапог не добраться, хотя... Давайте возьмем здесь лучше сапожки тогда. Теперь первый скилл, отлично, первый скилл. Что он жертвует небольшой, снимает бафы, да? О, так можно же! Отлично, побежал просто по-царски. Я Вася. Вот были бы сапоги, было бы все ок. А так я и прыгнул криво, и не допрыгнул, получается. То есть нужно находиться ближе к противнику вражескому. Для нормального эффекта. И смотреть на него прям лицом. А сколько там КД у него? 20 секунд. Сейчас я подожду, когда сайленсер станет на третьем левеле свою. Хотя у него маны маловато. А по темпларке лучше не стрелять, наверное. И нужно, наверное, уже трецы собирать. Там трецы ему собирают. Да, трецы. Давай с ХП начнем. С ХП, говори, начнем. Не хочется темпларку убивать. Ну, в смысле, не убивать, а это самое, кидать в нее сайленс. Так, на следующем будет просто дольше СС, говорят. Или это мы говорим? Может, там отвод был? Я вот не заметил. Вроде нет. Надо потренить с этими прыжками. Привязка 350. Ну, просто поближе и поточнее. То есть ты бежишь в ту же сторону, что и противник. Если расстояние позволяет, делаешь прыжок. Ничего сложного в этом нет. Хорошо, и если цели не будет, чтобы кинуть кинжал, то она там... Ой, у нее нет целей. Да ежишь. Кинула в меня. Черт. Но она там довольно много постояла. Минус ХП, минус мана. Сайленсер ее. Хотя сейчас темпларка пришла. А та слева, да? И ХП у нее довольно прилично. Ох ты ж ежик, а. Оп, видите как. Там КД еще
у этой атаки милишной, ну, в смысле, у этого кинжала, который замедляет на 50%, он вообще смешной. И рейндж огромный, то есть Сало здесь как раз не очень хорошо стоит. Да не хочу я лезть на двоих. А как он с атакой? Max putting point, King scale amazing damage through strength. Там Аквила на темпларке. Мы продолжаем стоять под башнями. Пытаться добивать. Скорее безуспешно. Они третьего и пятого левела. Там сплэш меня от темпларки задевает. Жёстенько-то как, а? Ну, не совсем жёстенько, но я что-то не могу пока подобраться. А мы ведем, между прочим, 2-0. Это приятно. Не добиваю, уже второй, третий раз. Стики против фантомки быстрые. Кстати, стики же решают. О, сейчас прыгаем. Первый скилл юзаем. Но я не понимаю, что происходит. Ой, там этот еще. А вот оно. Сейчас прыгнем. Да ёпр СТ. Она догонит, меня не отпустит. Хотя если прыгнуть... Блин. Да я не знал, что у фантомки есть инвиз. Ой, реген! Ха-ха, хорошо. Сейчас на стике не хватит, к сожалению. Пуш красава, но хотя... Да, здорово получилось. Так, давайте все-таки трецы соберем для... На, нет. Блин, вот хоть рецепт стиков покупай. Ладно, бери ТП, не парься, идешь, экспу собираешь, там кура принесет. Ой, тут кто это ходит? Там сейчас умрет. Да уже умрет, там она никак не выживет. Прыгаю, вижу. Юзаю скилл первый. И добиваем. Вот это по скиллу было, все нормально. А та умерла? Нет, та не умерла, к сожалению. Хорошо. Теперь собираем трецы, получается. Более-менее спокойно получается, да? Оп. Хорошо, закупаем еще и стики, да? Раз уж мы на этом направлении стоим, никого не трогаем. Мне нужно будет как раз против фантомки заряжаться. То есть Silencer провоцирует их на постоянные касты. Так, и ультимейт у нас еще появился. 120 маны, да? А, 25, ага, и действует. Блин, какой быстрый ультимейт. Ой-ой-ой, опасности. Хотя, почему нет? Надо было прыгать. Хотя я от башни бы наполучал бы. Так, давай-ка возьмем. Вот так вот возьмем. Рец. Ну, вот так вот сделаем. И принесем уже курой. Good. Ой, хорошо как. Скорость перемещения. Давайте ульту попробуем. Не, не вышел аленький цветочек. Но я понял принцип. Скорость перемещения действительно повысилась. Во время еще были атаки. Понятно, сколько рецепт? 150. Ну вот надо нафармить на рецепт. Возможно перенести, принести реген. Чё ты сражаешься, друг? Точно? Спряталась. Прыжка у меня нет. Ой, Саленсера убили. Вот тебя нужно поддемеджить, чтобы ты умер. А ты не умер. А, ты тоже умрешь. Нет! Нет! Делаем бай-аут. Взять все, но телепорта, к сожалению, у меня нет. Бежим своим ходом, может быть, она не увидит бай-аута. Ну там не хотелось, чтобы работа Сайленсера пропала зря. Я прыжок делаю, 8 секунд КД уже на 4-м левеле, надо чаще делать. И сейчас будем ее выру правильно бать. Не зря бай-аут сделал. Хорош, берем рецепт. Ой, сори. Не посмотрел, чакура.
over here. Right. Хорошо. Так, ну, продолжаем фармить. А если... Блин, чё ж я так криво-то? Мисклики сплошные, надо с S нажимать, наверное. Скорость атаки уже довольно сносная, у него меньше скорость проходит перед замахом, видимо, после тредсофта. Сайлансер, спасибо ему. Он не добивает лишку. Так, теперь Яшку, наверное, мы возьмем. Что такое? Да, на СС. Сейчас возьмем. Да мне нужно Куру. Вот так вот возьмем мы ее. И в принципе можно уже поохотиться немножко. Вот за... Хотя не за Пуджом, наверное, все-таки. Или может фантомку продолжать пушить, чтобы она не формировала. Тут не это... Не дефилировала. Ульта лечит тебя вне зависимости от того, включена или нет. Главное, что тебя враги не видят. А, понятно. Ничего б себе. Так это как Тараска ручная. Ладно, сейчас будем убивать. Значит, прыгаем. Если прыгаем, то сразу кушечку врубаем. Начинаем нарезать. Можно 3C, кстати, переключить на ловкость. И поехали. Ну ёп, ПРСТ. Хорошо, что она... Сейчас прыгнем еще разок, завяжем точно. Да я промахнулся. Эй! Как так? Что-то не то. И справа фантомка. Ладно, уходим. Не-не-не-не, не надо, не надо, не надо. Так, ладно, давай ульту заюзаем. Хе, фиши-фиши. Так, назад. Сейчас надо на силу переключить, стики завязать, наверное. И попробовать упрыгнуть отсюда к чертям собачьим. Я понял. О, еще двое идут! Ой, тут еще от... Ёпрес, это на... Как же, могу ли я прикрыть? Нет! Ох, пуч, красава! Своего Драгонайта. Все, лечиться домой, лечиться, прыгать, лечиться, лечиться, прыгать. Фух. Не, я думал, прыгать мне, вязать Драгонайта, пытаться спасти жизнь своему товарищу или не пытаться. Но пуч красава, как про, просто like a boss, как говорится. Топ мы, конечно, теряем тут, к сожалению. Гадалки не ходи. Ну, Хаск, с другой стороны, по центру давит. Это значит, что мы выиграли мид, и у нас по... Так, а я могу на ульте спокойно уходить, в общем-то, от преследования получается, да? То есть формируем на Яшу, собираем Санджу и Яшу. Там еще что-то, Веномы, Башеры всякие. По центру экшен. Черт. Там на... за башней стоят вроде наши. Да ёпрст. Крип меня перебивает. Я так и не понял, как работает вот эта вот пассивочка. Крадет сущность, ага, при атаках выкачивая. Каждую атаку получает ловкость. То есть чем больше сидишь на хвосте, тем больше у тебя агилы, скорости, брони и т.д. и т.п. Я понял, берем Алакриси. Кура занята, проверили хорошо. Что-то ульта мне не восстанавливает в процентах жизни. Слишком низкий реген идет. Ох, шашлыком пахнет за окном. Ой, там фейслес воет, раздает. Под ДД, красавчик. Просто здорово. И без меня справляется. А я, по идее, типа должен быть охотником. Типа. Но ульта не работает, когда в... вражеском... А, юниты, понятно. Спасибо. Так, ну... О! Блин, вот... Ладно, я отступлю. Тут темпларка. Хотя вроде она одна. Под башней не хочется сражаться. О, плюс 32, нифига себе, пошел реген. Офигеть. Так это же псих, а не герой. Никакой реген ему не нужен, в принципе.
Даже в стиках можно посомневаться. Фиши-фиши. Фиши-фиши. Прыгаем. Да щ... Он здесь стоит, да? Интересно, действует на него эта способность? Видимо, действует. Попробуем еще разок. Она вроде на месте стоит, когда. Или нет? Кажется... Ага, вот она. Ультимейт. Сейчас мы тут подрегенимся немножко. Первый скилл заюзаем. Ну! Стики прожали. Что он будет, этот Sunlight свой, кастовать? Ой, поднял воздух. Воу. Хорошо. А я не понял, почему... Неужели у него так много жизни было? У него привязка действует в стелсе. Найс. Знал бы прикуп. Съел бы, конечно, сочник, но... Давайте 2 ТП возьмем. 2 ТП, я сказал. Надо куда-нибудь джониться к пацанам, а то что-то я один не справляюсь с этой темпларкой. Так, тут трое. Опа, опасно. Там пуч. Но пуч вообще какой-то пассивненький. Он никого не убивал вообще, пуч. Серьезно, не участвовал в убийствах? Нет, 2-2. Видимо, не отображается, сколько силы он получил, если ты не в его тьме. Говорят, что направо пушить, но учитывая то, что трое было слева, я лучше здесь понахожусь. Чтобы наши пацаны спокойно там продавили. Хотя, может, попрыгать, побежать. А, первый скилл, просто мало урона наносил. 75 всего, он же первого уровня. О, может, этого катнуть? 777 тысяч жизни больше, урона больше, все лучше. Сверху руны нет. Пытаемся его прищучить. Вон, направо пошел. Давай попробуем. Не догоню уже. Там еще вписка, два героя справа. Что-то неправильно. И пуч. Пуч, давай хук. Вот он я, вот он я. Давай, по красоте. Оп! Сейчас будет. Хорош! Так, полетели, прыгаем. Оп! А что это я так... Темпларка как-то умерла. Здесь еще кто-то как-то умер, но я не понимаю, как это происходит. Вроде кто-то вперед убежал. Непонятно, правда, кто, в каком количестве. Ну, вроде далеко убежали. Как я оказался внизу вообще? Я вроде хотел прыгнуть, но потом хопа и уже внизу. Неужели я успел прыгнуть каким-то кривым способом? Я типа хотел выцелить сначала. Прыжок длится до первого героя врага. Как? Не понял. То есть, если ты перепрыгнул, это плохо. А если ты типа не допрыгнул, то проверим. Нифига. Проверил, отлично. Уходи в инвиз. Беги. Так, уходим, лечимся очень быстро. 55 реген, офигенно. Ой, там что-то много народу. До первого врага максимум 700. А нужно, значит, четко попасть по... Ну, то есть, чтобы он не слева был, не справа, а именно прям перед твоей мордой. Потому что было у меня такое, что я вроде допрыгнул до него, но... Сейчас, кстати, по моей душе пойдут. Нифига себе, у него ульта какая быстрая. 25 секунд. Ёпрес это. Хуч меня полностью. Давай, давай, родной. Давай. Говорят, ТП сюда. Так, делаю ТП. Готов, поехал. Работаем. Да не работаем, тут нас мало. Башню просто отбили и все.
Так, а что дальше-то? Башер, да? Давай башер. И дэмэдж, и хп вроде. Ну, хп это так, я не уверен. Клацаешь удар по врагу, он поворачивается в сторону, прыжок успех. О, хорошо. По красоте. Прыгаю. Оп. Еще же ничего не это самое. Разок получилось, я помню, но... В башере самое главное, ты не поверишь, баш. Да ладно, не может быть. Ой, сзади. Нифига себе. Как он быстро умер. Какая вероятность, интересно, у башера? Дает шанс. 25%. Окей. А, он еще на рейндж дает. Эй, стоп! Там и каст был от Салы, но Сал это... Ой! Хорош! Куч сожрал. Блин, ну ладно, ты умрешь за это. Хоп! А, совершает самоубийство. Вот такой вот. Вроде редко бегут от тебя чисто прямой, так что тебе не стоит на врага кликать, а немного вперед. Его траектории начали очень легко промахнуться. Жми первый скилл до прыжка, а не после. Урон нанесется в том месте, где ты будешь пока... Найс. Там же 1,5 секунды КД. Точно. Точно, точно, точно. То есть первый скилл юзаешь. 1,5 секунды перед прыжком прыгаешь. Бах. КД пошел. Последняя игра, кстати. Хомяка принесли. Хорошо. Помню, вчера я симку отбирал у нее. Your bottom tower has fallen. Так, значит, две... Блин, они хорошие. Меня вот эта фантомка напрягает, на самом деле. Don't get caught. Не попадись. Скоро... Ну, это последняя игра у нас. Я надеюсь, мы по это самое победим. У нас... Anywhere but here. Ну, приблизительно минут 10-15, вот так вот. Ну, лучше 15 рассчитывать, потому что здесь... 15-20 даже, я бы сказал. Да. Hello. Monster kill. Там по центру замес опять. Можно стелепортироваться, между прочим. Раз уж тут такая вот петрушка пошла. Тем более тут и Dragon Knight, и Фантомка. Ой, ну там... Ох, там прыгает Хускар уже. Юзаю. Ну, привязал его сейчас. Странно как-то. То есть можно на меньший рейндж действительно прыгать. Все будет ток. Понятно. Угу. Ух ты, справа внизу. Но некому помочь. Хотя она вроде... О, да нет, там сайленсер сам по себе уже неплохой дамаг вносит. Сейчас будем ее мочить тогда. Так, заблаговременно раз, два, прыжок. Привязали вроде и убили. Хорошо. Так, берем джевелин. Там урон, кажется, и скорость... А, шанс пронзить. Окей, понятно. Ладно, более-менее ясно. Значит, главное, чтобы рейндж был приемлемый. И чтобы линия была более-менее на линии. Сколько, интересно, сайленсер уже? 26 инты своровал, неплохо. Собираем КБ против фантомки. Там убивают. А, это Хускар убивает. Все нормально тогда. Между башнями уже с алебардой находится. Дабл килл минус 2 у них. И, соответственно, возможность есть продавить башню фортифайта. У них по КД еще нет. Так что башня должна слететь. А, тут две ассасинки побежали уже. Юзаю, прыгаю, привязал, бью. Ой, опасно. Хотя нет, особо не опасно. Еще одна раз, прыжок, фигня. А, ну да, чтобы ты приземляешься, и сразу вокруг такая, тебя такая сплэшовая тема идет. Сколько рецепт? Косарь, да? Ёпрс, это нет, 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 погоди.
Там башня по мне стреляет, очень неприятно. И трицы можно переключать заблаговременно. Ой, там Драгонайт. Башню не отпрыгай! Хорошо полетел. Все, башер собрали, туреточку убили, возвращаемся. А, даже не надо возвращаться, у нас сейчас реген сумасшедший пойдет. Просто подальше от монстров отходим. С Курой встретимся как раз, на форсаже Кура идет. 61, 62 хита, считайте, в секунду реген. Просто сумасшедший. А на третьем будет 7%. То есть вы полностью восстанавливаетесь буквально за 14 секунд, получается. Или за сколько там выходит? Да, 14-15. Ну, 14 скорее, чем 15, потому что 105% это как-то маловероятно. Так, предлагаю Рошана забрать. Будем забирать, естественно. Дальше у нас идет Сэндж, который стакается с Яшей. Вообще Хускара надо... Ну, хотя он может подлечить, неважно. Войд 16-14. Хускару нужен вообще. Можно и Войду. Он, наверное, даже пожестче кэрри, или как это называется. Попасть, короче говоря, герой в... Хотя тут спорить можно. Да нет, у Войда две замечательные пассивки. Врожденные баши и врожденные миссы. Плюс ультимейт такой, что он... Ну, практически гарантированно забирает человека. Там, особенно под момом каким-нибудь. Но у него диза и... О! Полетели, прыгаем. Я убил. Я застилил, правильно говорить, в таких ситуациях. Бараки сносим. Ну все уже, это конец. Все. Давай уже ужинать. Потихонечку. Ему улегся. Неплохо. Ну ладно, тогда ладно, потом. Пусть лежит. Чего, можно и мужа ради хомяка не кормить. Так, прыгаем. Убиваем. О, вот сейчас покажет. Правда, с толстого пуджа начинает, но... Ну, убивает его. К сожалению, у нас по другим направлениям крипы далековато получаются. Можно с башен начинать. Хотя, может, бэкдор не сработает. Ой, там просто вжало... Убивает башню. Вообще. Да. Ну понятно, значит, прыжки — это главная агрессивная и спасающая такая тема. Работает в стеке с первым. А вот как вот эта вот штука работает, я так и не... Сейчас проверим. С каждым ударом там как... Да, у него вот ловкость растет каждые эти самые. Прыгай, 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 уху! Четыре хита, один хит. По красоте. Да, у меня пассивка, я через 10 секунд буду... О, здравствуйте. Ой, 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 ой. Ультую, да, надо было еще ультовать. Бежали, побежали, побежали. Прыгаем на пуджа. Он, кстати, может меня сажать сейчас. Тихо-тихо. А-а-а, убили. Ладно, неважно. Два направления снесли, поубивали этот народ. О, тут у нас чат перестал работать. Ну все понятно, там под контролем, мы же в группе немедленного реагирования, у нас программисты все уже увидели, кто, увидели почему и предпринимают меры. Здорово, молодцы. Лучше не обновляйте страницу, ну так, рекомендую, иначе не посмотрите. Да, ну, хотя бы стрим работает. Топ вынесли.
Сенджи и Яши есть, побежали. Кстати, там скорость же тоже увеличивается сильнее, чем от Яши просто. 12%, там 10 было от Яшки стандартно, да? Да, 10. Чуть-чуть бафует он и шансы скалечить. Ну что ж, уважаемые, спасибо вам большое за внимание. Увидимся с вами... ну вот в пятницу обязательно будет трансляция, не знаю, скорее всего от Поми все-таки с турнира по Варкрафту. Я буду, наверное, может быть вместе с Поми, может быть, ну точно буду International комментировать. Предварительно с Форсом, с старым добрым квакером. Ох, затянул! А ныне дотером. Вот, но скорее всего завтра будет что-то еще интересное по стримам, поэтому приходите. Приходите, смотрите, а лучше просто подпишитесь, и чтобы вовремя узнать, когда начнется трансляция или когда она будет проанонсирована, чтобы не пропустить ее. Good game. А я пойду уже того.